Я просто после Мататана забыл, что у нас сегодня скрим. Здорово. Я не уверен, что у нас будет все 6, потому что у нас с Машей 5 будет. Мурвок непонятно что. У Сакуры я только сегодня увидел то, что вся эта таблица оранжевая сегодня. Я, конечно, извиняюсь, но против Сильверсата у нас практически никаких шансов. Да, я против Ши. Да. А в принципе, у нас ебута мы довольны. А кто... Дайте мне... Чего? Посмотреть его профиль. Что, а в чем проблема с Сильверсатом? Ёб твою мать. И Шини посмотри, они вообще безумие. Ну, Шини это инстайверски вчера. Да. Да, и на секундочку, блядь, он как бы крутой. Видите, а мы со кем скримимся-то, я не могу понять. Ты, блин, ты шутишь. С командой не вошедших, так скажем. Дровосеки. Корпорация Дровосеки. Нет, Дровосеки Инк тогда должна быть, а не Инк Дровосеки. Инк Дровосеки звучит как чернильные Дровосеки. Не, пацаны, ну что могу сказать? Нам, нам жопа, что тебе хочешь сказать-то? Ну в полном смысле. Что это за пораженческое настроение? Сейчас выебем четвером. Сука. Нет. Четвером против шестерых, два из которых ГМы. А, ну у нас шаман как бы есть, ну блин. Мне просто интересно, у них все такие ебанутые? Не, гляньте, это лорд. Немного на меня похож. Кто такое Гуион, да и почему оно сидит справа? Это, по-моему, этот... Anyway, нет? Нет, чё, Anyway, Anyway. Нет, Anyway часто играет с... Хотя, с фейка. Судя, потому что у нас Омбри наигран, реально. Блять, я себя просто... И я себя просто в этом паке просто чувствую себя полным говном. Что я здесь делаю? Не, ну по идее это не должна играть. Я себе Diamond слил, о чем ты вообще? Ну вот Сатурон стримит, вижу. Anyway. Anyway я не подписан на него. Так в смысле, там на Игоге первая же ссылка будет его стрим. Нон пробуду. Что? Ну, в общем, кого ждем? Шаман общается. Нон пробуду. Кто это такой? Никто такой. Так, секунду. А в нон про, ёпта. Все, сори. Так лучше. Блин, это сволочь мониторная сейчас справа от меня стоит. Кто-то ухмыляется менюшкой, блин, блядь, то включается, то нет. Кто-то пишет без причины. С чего? Что тебе там пишут? У поклонницы? Меня скримы. Поклонницы пишут. Это их динамика. Скрим у меня. Сейчас, блядь, поклонницы. Ну накачай пресс, будут и поклонницы. Только смотри, чтобы поклонников не было. Говорят, все качки на задок слабоваты. Ой, сейчас секунду посмотрю его. Наверное. Меня, короче, в шкафу сейчас покажу. Нивка? Да. Нивка на стриме Нивэя? А, блин, показывай это на стриме. Нивэй все-таки стримит? Ну ладно. Ну, типа, они знакомы. Это факт. Мало ли. Если что, Нивка последний да. Турнир. А там казино. Нет, там просто шоколада до хера. Вот, финал. В шкафу. А-а-а. В шкафу, блядь. Внутри вуза. Сука, кто не показывает, кто покажет. Фаак, почему я не могу найти это просто? Я вернулся, кто там сказал? На кто на честь за отпадок? И как мне быть? Качки. А, есть, зарисуй всегда прав. Ладно, я могу открыть и достать. Ебать! Есть. Мэри здесь. Воу, полегче! Угадай, 10... Блядь, тютелька в тютельку, 10 минут! Не выжил. Нет, там Нивка как раз, да. Где Мурлок? Не, ну мы можем, конечно, этого пригласить, пытаться вытянуть из Destiny. Я пригласил Мэри сразу. Ну вот это хорошо. Так.
Ну да, я вижу, шаман, твое негодование. Блин, как мы разваливаемся, это ж пиздец просто, организация на уровне фола. Кто капитан, на кого шишки сыпать? Я ничего не могу с ними сделать. Я здесь, видишь, я Мэри первый здесь. Пришел. Мэри здесь. Anyway, к нам? А, нет, anyway. Ладно. Anyway. Привет, Мэри. Ребят, сейчас вы только меня не бейте, да? Uh-huh. А у нас что сейчас? Скрим. Скрим, все, окей, хорошо. А то я на секунду подумала, что охуеть, я... просто ты уже третий человек, который не знает, что сейчас скрим. Вот интересно, сколько раз. Нет. Дело в том, что я на секунду подумала, что я, может быть, немножко разява, да, и у нас уже что-то именно соревновательное. Не, скрим, про скримы я помню, я просто не знаю. Я предположила самое худшее, да, но не подтвердилось, хорошо. Кстати, Мэри, тебе все-таки поставили зачет за ЭВМ, не? Да. Yes. Его поставят, меня перекинут в группу общего потока. Вот. Заебись, я сегодня матан тоже закрыл. Там хотя бы задания попроще будут. Там не, ну понимаешь, Visual Basic, у них... вот. Но все равно тоже очень... Конкорд утонул в своих шумах. Я ничего сейчас не услышал. Нет, я не утонул в шумах. Просто мы одновременно начали говорить, и я как джентльмен уступил. Ты тем более не надо было нос почесать. Вот это совпадение. Это так мешает говорению. Так. Пиздец, где шестой? Начесался. Где шестой, блядь? Дай мне ссылку пока. Мурлока, пните там, пожалуйста. Давайте пнем для начала этого Сакуру, может он хоть он пойдет, не знаю. Да блядь, сука, откройся, планка общения. Где общение здесь открыть? Escape общение. Че, не открывается? Михи. Я шаман. А, он в Destiny опять. Чертов Сакура был. Destiny, ёбарь, блять. У меня не жмется ESC, у меня не жмется Escape. Не жмется. Хорошо! Я напишу Сакуру. А, стоп, у меня его нету в друзьях. Фейл. Пусть Индрис пишет. У меня фейл. Я уже написал. Да не сюда, блядь! А куда? Блин, а, блядь, в этом туда. Сакурою напишите. Меня кто-то там на дуэль вызывает. Не, я буду вас хилить скорее. Я знаю эти дуэли, блин. Я, если что, возьму репака, приду и разрешу этот вопрос. Будешь дальше хилить. Нет, так... На рипере не любого сапога. Там в общем чате говорит, что он гей. Чего? Там в общем чате говорит, что он гей. Пойду поздравлю, что ли. Чё, бля? Да, блядь, чат читай. Пиздец, он мы, конечно, собраны. О, фейджампы. Это сильно. Реально или пиздит, интересно? ФФА сыграть? Вы что, одурели, что ли? Вы понимаете, что 12 человек... Нет, 12 человек можно это сделать, но это безумие будет. Нужна большая карта. К тому же сейчас Шини возьмет эту долбанную видовку и будет нас расстреливать. Блядь! Най! Нет! Не надо отшлёпывать, я делал то, что мог, они не приходят. Блядь. Чё, видовки сейчас будут, да? Я так чувствую. Я так предикчу. Я ж на маленьком мониторе, вы чё засадь... А, нет, не видовки, надо же. О! Чё происходит? Он идиот, он жив! Какого хуя? Что пошло не так? Почему мне модельки, блядь, не прогрузили? Объясните мне. Don't run away from me! Я вижу свою модельку, ищу другую. Вот и весь прогрузил. Ай, стилер.
Сильверсад. Эй, кто-то меня сосет. Ну кто? Не я, блин. Михель, это была очень плохая идея. Скажу по секрету. Вообще-то это был подкаст. Эти моры. А, меня просто засосали, блядь, Индрис. Я не засосал, а разрядил. Да. А вот это была ошибка, тебе надо было брать. Чего, блядь? Кто это? Лядь, это кто? Здравствуйте. Ну здравствуйте. А, ну ладно, я не буду. Или пока. Она тут берется, что-то я. Я всех приветствую. О. Ну так каждый смотрит. Блять, не стой под обстрелом. Чё, больное что? Можно играть командно, но... Здесь можно играть командно, но скрипт упает. Не то, чтоб мы сейчас нормально. Не раньше, чем через 20 минут. Чего, блядь? Нет, реально, блядь, его просто засосало, блядь. Слышь, блядь! Я наконец-то смог его написать. Здрасте. Здорово. Эй, мотила. Так в любой попадет. Не пропал со всех сторон, блядь. Вышел и сразу в миллиард. Ага. Не выбор, так Митя лепить. На колени предо мной сейчас. Каким боком я шаман? Это смешно. Не, просто все дерутся, да? А меня не трогают. Ну, потому что я... Пососи ее, Антон, половину. Пососи ее, блин. На колени передо мной. Одна пара пиздит другую пару, а вторая пара пиздит. Я все уходил. Блять! Сиди нахуй! Гинрис! Ну ладно, ладно! Так, ребят, тут есть... Очень бар... Здесь барная стойка, да? Типа, если вот, например, зайти за нее и сесть, то можно бы вернуть камеру и поближе смотреть модель. Ладно, живи, живи. Полный как бы рост, что ли. Можно на ляхе можно попятить. На колени предо мной. То про что? Качу. Покачу, видимо. Я химу. Мэры, гачему, заебись. Ну, там лес был. По-моему, это хуйня не так работает. Да, блин, там просто. Блять, и шинники просто в жопу. Шаман, Сильверсад там вообще кэмперит просто. Шамана шарик заел. Шаман, ты нас слышишь? Молчишь от этого пиздеца или... Я не могу понять, да, он молчит. Я просто решил с нами прийти по поводу не общаться. Рейси лоу, Конкорд, добей ее. Я знаю лоу. Она рекольно вас все там. Я просто решил, что лучше бы ты никого не... Я сожрал ту аптечку, да, так что она сейчас пососет.
А можешь сократить рейнджу у Мойра в этот состав? На колени предо мной! Э, блядь, честно. Слышь, блядь! У нас тут вообще-то свой бар открыт. Где бар? Где? Блядь, какой ты не вижу тебя. Я знаю, это все и весь расчет. Блядь! Рандомная стрела дракона, которую я пытался завалить тебя. На колени предо мной! Нет, я все еще на хаге. Блять. Я себе сулю. Сатурон уже сел. Ладно, ребятки, время штука непоправимая, удачной игры. Блять, шо? Союз, блять. Я увидел 30 засал. Ой, блин, ты там со своим гачимучи уже начинаешь меня пугать. Пойдем скримить. Так, а мы чем сами не отвечает, за это, блядь, написал через 20 минут. Нет. Пиздец, прикольно, правда? Все говорю, девять. Ну, блин, прелесть. Фигелина. Уйди, пена моя! Стой, шаман, давай! Дуэль, 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 дуэль! Ей! Ей! Блять! Вы не поверите, что сейчас случилось! Это сука просто передо мной заспавнилась, блять! Сразу же мне баран стало! Не ждал такого, да? Человек вырубил стену остатки. Перезаряживайся. Да, перезаряжайся дальше. Чего? Почему все от меня бегают? Что за херня? Я не понимаю, почему я тебе флешку дал, а ты все равно перезарядил. Что это за бред? О! Чё, блять? А, это ты, Миха. Ебать, пару. Ебал. Ладно, развлекайся с парой, сколько хочешь. Ча вам хоп, набьёте хардер, забрати рейс. Мне кажется, он выбил. Когда охота крепко оказалась слишком крепкая. Чё он там есть интересного? А, солдафон. Деньги, между прочим, тут стаканчики. Я попробую попробовать их, это... Сюрикен, не по одному. Ой, здорово! А. Стой, что, блядь? Я слишком не жирный, я привык на хаге играть. Как и я. Мне нужна хилка! Почему у солдата нету банки от солдата? А потому что мы сидим в баре с РДМ Кумей. Ладно, поехали, покажем, как правильно играть. Законом не запрещено. Законом не запрещено, куда мы не хотим. Нет, просто знаете, как в Джонни Уике, этот бар, это, короче... Хуя ты мне повесил! Нельзя... Я тебе помахаю на клоцу. Нельзя убивать. А кого нельзя убивать? Не нужно. Блин. Ааа, ноутбучный монитор. Ай. Стрелю тебя, дура. Здоров. Бля. Это... Меня пивмали на... Послышал, вот мы там дрочки, если тут даже не насчет. Никакого спортивного интереса. Чё, Не спасли, не спасли вообще. Ну и у меня в принципе. Ааа, ну естественно. Я мискликнул. Кто там кого имеет? Чё, без флешечки не фонтан? Я быстро бегаю, дружок.
Да, мой рожей не отсюда. Че, опять не вписался в дверные проемы? Спасибо. Да опять эта хуйня! Сколько вас тут, Мойр? Мне нужен щит. А я нечаянно не попал. Ну слушай, шаман, не. Ну не. Слушай, я ж не гол. Ух ты, вот это Макс. Ты прекращай это делать-то. А что не так? Вышли с Мансу, пока налетела. Ну да. Ну. Мне не нравится, когда люди так делают. Ну. Ты нам мешаешь, Микель, отстань. Я не мешаю, а вношу свою пассивную лепту. Не помню, блядь, мам. Блядь! Блядь, убейте. Сожрал большую хилку, засранец, а? мне тут ши не мешает. Ты, кстати, опять ставишь граффити, и ты опять теряешь, осведомленность об обстановке. Да, здрасте. Чё? Правильно говорить не опять, а всё ещё. Да, ты побежал. Я же шифтанулся сквозь тебя. Нет, ты на месте стоял. Чё, мне разогнать ту сладкую парочку? Сейчас расплачу. Я так не считаю, нет, дружок. Я вокруг него мансил как боженька, но он всё равно меня забрал, пидорас. Сюда, блядь, прицель. Куда там от меня бегаешь, шаманище? Команды, пидор. Что, я увидел цель, не видел препятствий. Да опять конкорд тут живет, блин. Ну отстань от меня! Охуеть просто! Так нечестно. Бежать! Подарил Шине фраг. Я в курсе. Что мне сходить с ним? Да куда ты бежишь, сам сходил. Ты не пал, скинь Шине. Ой, блять, он сзади был. Вот, да, да. Что, аптечку поставил? Угу. Ну нет, обычно это спасало, когда мимо не бабки рвало. Моё задание ещё не выполнено. Ой, Гонкор, слезай с твоей гейской, Мойр. Давай, Гонкор. Она не гейская, она не гейская. Ахуеть. Блядь, не изделится этот гопок из могил. Чего? Давайте получить кроме Мойра. Ну чё такое? Меня продамажили! У нас тут уже не дуэль, а хуй знает чё просто. Блять, ну на цинке, это вообще пиздец, ты не выживешь. Ты просто не туда, шаман, не туда, шаман. Подарил мне Шиня, ладно. Шаман, говорю, не туда, пишешь. Что ты мордочки за мной? Да, я тут что ли поубиваю? Я не знаю. Да что ж вы все за мной паровозиком ходите, эти рипперы-трейсеры? На самом деле, я так понимаю, это механика Генжи. Он не неуязвим в шифте, он также получает урон. Да, а? Да, Вольт, если ты шифтанешься в ебучие мины, если ты шифтанешься в ебучие мины, то... Прикол в том, что у него хитбокс у него не уменьшается, он исчезает, но... Трое у меня в прицеле. Он по факту все пушки катает. Исчезает, но не умеет. Мой аймбот лучше. Ну, то есть модельки самой нету, он в струю превращается, как говоря. Вот, а урон они проходят в модельке. Так. Тебя сейчас струю порвало. Да блять! Ладно, все, я меня смотри, пока мне на это надоело. Ну, Хога убей. Блять, а чё Шини такой дерзкий, блядь? Шини всегда был дерзкий. О, Микель, здрасте. Понимаешь, что ты на рипере меня не убьешь? А это не моя цель. Я вот тут хотел Хага убивать.
Скотт, не на то сел. Блять! Ты я не прыгаешь, я никогда на трассе не играл, вообще как не буду делать. Ай, ты упаешь? Чё? Пацаны, пар накрыли. Потому что его убиваем, мы убиваем лидера из вражеской команды. Блять, я не решил, кого из вас убивать. Всех. Не знаешь, кого убивать, убивай всех, блин, у меня был выбор. Кстати, решение очень легко подставляется под флэш. Прям как мне делать. Другая проблема, что у меня какой-то либо. Не, на один на один с трассой у меня какая-то хуйня не получается. Где там пидорас? А, блядь, шин. Чего, блядь? Я нажал среднюю кнопку мыши. А ты не выйдал. Спасибо, спасибо, спасибо. Ова, хуя. Иди за базар, пожалуйста. Я рипера убил. А, это я убил Хога. А, это ты, господи. Я думал, кто там посасывает меня. Индрис, ты где? Я тебя еще ни разу не ебал. Все верно. Обосрался. В смысле, блядь, я... Куда я побежал? Хочешь, чтоб я к тебе пришел? Блядь, ну иди знаешь. Сюда, умник. Давай, я жду тебя, я жду тебя. Мэри? Я вот здесь. Мэри? Это же, блядь, что за твой пик, а? А куда они все? Эти, походу, мирные, но я не уверен. Мне там какая-то непонятная туса в этом здании. Ну давайте просто, блядь, зачистим тогда это ебучее здание. Это было очень дебильно, Шаман, я согласен логовый с тобой. Логовый хемок, надо его зачистить. Как? Пришел? Доволен? Ну, меня Конкорд пиздил сзади, у меня было 60 кп. Вообще доволен. Ёбаный стыд, Микель, это чё сейчас я было? Я убивал. Понятно. Конкорд убивал. Он двиглевее. Кто? Чё? Двиглевее. Двиглевее? Мёрзи! Блядь, больно! Попадаем на ответы. Блять, ты же кинул флешку через меня. Я прям в тебя кинул. Если ее кидать в твой персонаж, то она если она врезается во что там сразу. Она триггерится. Шаман, людям нужен надоел. Кто там меня стреляет? Хватит. Приду и въебну. У тебя, Мурлок, 2 минуты. Естественно, блять, ко мне 15 бобов прилетели. Ну что, вся вместе со... Да, у нас тут тусовка. Откуда? Ой, я сам хочу. Гейская тусовка. Где тусовка? Почему гейская? Да, Рипер же официально еще пока не гей. Чего я пришел на нее? Ой, это ты, Нэри. Это что сейчас? Да? Да, что? Развлекайся. Ты меня застрелил, это не считается. Блять, я просто спал между Индрисом и каким-то хуилой. Не говори. Шаман теперь тоже забанен из бара. Ура. Где там бар? В баре что ли что-то? А зачем ты бар? Бармену все время убивает. Ой, блин, еще это. Яма. Ну, сори. Я в тебя выстрелил, пидорас. Не, ну это бан. Иди нахуй. Почему стишка всё так дохуя ёбал в одну? Тихо-тихо, смотри. Или вы не слышите реплик моих? Нет. У меня просто, слышу, блядь, выходящая но... реплика по стаканчику передайте есть. Ура, как пёс бездомный, стаканчик передайте. Чего, блядь? Какого чёрта?
Я охуеваю, конечно. Аааа! Блять! Неудачно. Ну вот я к тебе и пришел. Конечно, ты пришел, блядь, меня шаман сидел три сферы. Давай, один на один за гаражами, направо. Где гаражи-то тут? Правое кафе вам. Сейчас хобот убьет. Да ебаный твой рот, я вообще не вижу, куда мои снаряды, блядь, летят. Куда они летят? Зачем летят? Почему летят? Экзистенциальные проблемы. Черт! Прям в симкины турели попался. Здрасте, шаман. Что это за агрессия? Ты сам тут хилом пришел дайвить ДПС. За агрессия, блядь. Грузится он, блядь. Походу поиграемся. Грузится? Куда он? Привет. На погрузку в Китай. В порту сидит. Пропалус. Не знаю, при чем здесь это я просто. Нахуй жалеть, а то он тут в такой, блин, игре. Герои, восстаньте. Что, валькирия пошла, что ли? Это ты, что ли, шаман? Не, без шансов. Па-п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 а
Ну, блядь. Ну, хера, естественно, швини, блядь. Сейчас за тобой схожу. Не потягивайся. Я за аптечкой шел. Чего, блядь, происходит? Меня отпиздили. Причем, по сути, меня отпиздила нерся. По сути. Ты меня забодиблочила. Ну такой быть. Блядь, потому что я к себе пыталась прикатить, а? Он упал. Он поскользнул. Кажется, нам надоели эти все битвы. Сейчас накоплю себе раскруточку и буду всех тут месить. Так, ну-ка, что там у нас? Чекайте. Опа! О, нормально. Так, что у нас тут? Лоп. Сейчас, пацаны, сейчас, пацаны. Ну что, фоткаемся? Блин, у меня дробовик прямо Микелю в жопу смотрит. Эй, кто там встал? Кто там да? Кто там встал? Чуман, блядь, встал. Нормально. Там только симка с... А, нет, там еще фигелин. Откисайте речи, берите пар каких-нибудь, не знаю, залазьте наверх. Истинное созидание. Зачем ты мне разрезал руку барьером, жестокая тварь? Мне ногу тоже по это порвало. Пацаны, если не ошибаюсь, мы чуть не скриниться хотим. Да. Хотели, шаман, что там? Блять, не шевелитесь, блять! Кто там шевелился? Я еблан, все спокойно. Кому там въебать своим? Хватит. Ну, на. Один удар в ебло и все, как бы. На таком расстоянии. Не трясись, Синдрис, я пытаюсь понять. Шаман, хватит трясись. Оааа, чей-то пах надо мной. Да хватит. Да ну вас нахер. Кто там посмел в меня, блядь, стрелять? Чё? О, наконец-то, вот и хорошо. Можно убить. Чего, блядь? Чего, блядь? Стоп. Почему Мурлок у меня не в меню вообще не это, ни хрена? Пригласите его. Что происходит? Вон, он уже, уже пригласили. Не-не-не, почему у меня реально вообще не Мурлок не в сети? Да похуй на Мурлока вообще. На самом деле карту... А кто? Сколько у нас рейтинга получилось? Чё бы у нас по рейтингу шаман? Одна. Но у них три... Не-не-не, три команды турнира. Мы будем первые выбирать или вторые? Мы будем всегда почти первые выбирать. Ну тогда Кингс Руна тренировать какой-то. Не знаю карту лучше для Готса. Из того, что есть. Зачем нам будет? А, давайте Готсы. Ну типа, а чем мы еще будем играть? Это не то.
СКР, а? Сейчас посадит меня на сомбру и будет довольный такой, да, типа. Да, так сделай. Ты сделай. Мурлок здесь, там, в чате? Да, да, да. Он в чате. Все, господа, давайте переходим на нормальный режим игры. Я даже саундпад включу. Че это? Долго объяснять. Он по клавишам долбит, у него всякая хуйня выходит. Нет, погоди, я сказал... Окей, окей, шаман, что ты хочешь-то, я не понимаю. Реально гадцы? 2-2-2. Кого садим на танки, кого на что? А, сейчас спрашиваю. Индрис, внимание, важный организационный вопрос. Ты запись поставил? Да, она уже идет с самого начала. Мы даже записывались, по-моему... Так, куда что берем? Я рискую просто альтабаться, честно говоря. Берем гадцов в томбры. Да, все верно. Ты же 2-2-2 написал, да? Там же. Это технически это 2-2-2. Блин. Мурлок, это ров. Сломать можно. Зеном или через что? Подождите. Ребят, вопрос, а разве у нас в гадцах Мойра есть? Зависит от того, как мы... Чего, блять? Чё за... Чего? Почему? А скины выключил. Баптиста врубил. Так они изначально были выключены. А, да, Баптиста врубил. А, я что, он ранчит? Чего? Зачем Баптиста-то врубил? Зачем Баптиста? Видишь? Почему Баптист? Да, зачем он? Баптист? Где Баптист? Почему бы не потренировать его, я не понимаю. Да если поехали. Не, в гадсах Баптист не очень, мне кажется. Шаман, командуй. Это все так же остаемся. Я просто хочу одну вещь подвесить. Какую? Тут еще нету нового рипера. А, да нет, другую. Просто за рипера можно на ХГ залезть. Ломать можно все. На ХГ куда? Там рандиночка труба забила. Да. Короче, можно залезть за любого персонажа наверх в холл. Мы вообще хотели устроить тут сессию делания фигни и типа протестить кучу вещей. У нас скрим, вот эти челики нас ждут специально. Ну, да не, я что ты будешь делать? А где поэтому... вообще вы эти скримы организовываете? Расскажите мне. Я написал челику просто. Все. Да, это знакомые все, ты чё? А. Сильверсат. Сильверсат это капитан сборной вышки, например. Шини а, это. Все, да. Тихо. Работаем. Какое всего для меня? Так, началось. Мойра, шарик стреляется. Захожу на ХГ. Справа. Ага. Все понятно. Где стоит? Быстро все на ХГ направо. Заряд. Видовку забирать. Дарт, иди сюда быстрее. Дарт, бери аптечку. Аптечку возьми. Миги, ты что там делаешь? Да. На то ХГ пошел. Стараюсь. Подвези меня. Подвези меня. Люся, подвези, пожалуйста, Зарю. Слышал. Люся. Слышал. Вы не слышите? Они пересобрали бастионы, ребят. Меня просто... Он прямо рядом со статуей. Ждем. Все идем вместе. Погнали. Я только не вместе. Закрою. Быстрей. На спидах заходим, на спидах. Спиды пошли. Хорош. Сзади Мойра сосет. Тихо. Нормально, нормально. Идем, продолжаем, продолжаем. Я готов взламывать бастиона. Заходим справа, заходим справа. Нет, ребят. Ребята, справа вниз. Да. Посмотрите вокруг, блядь, где? Господи, все, ты. Идем к басти. Поманули бастиона, убиваем. Лоу. Фокус бастион. Дива, на то, что Дива лоу. Мерч взломано. Бастион развернулся снова. Меня убили. Мойра взломано. Ну все, поинт. Кривовато, потому что Алиса кидала шарики, и я тут залетел. Я пойду полить их, ребят. Трой на груди даже остаться. Так, идет Ариса к поинту вместе с Мойрой и Мерси. МП, кстати, есть. Бастион не сменился. Я готов, ребят. Вы идите вперед, я Я Алло. Понял тебя, хорошо. Я сейчас схожу. Сзади Дива. Все нормально у тебя там, Мэри? Забей на Диву. Ни хера нет. Ой, разрядись вообще.
если надо. Мойра не заряжается общить. Правильно? Нет, она заряжается только... Я с байтил в мерсю на ульт, ребят. Мэри, сзади хил! Сзади хил! Мэри, сзади! Да, потому что в меня кинули. Все, отходим, отходим. Уходите от этого. Никель, ты туда пошел. Почему мы с тобой вдвоем? Сзади обходит. Пацаны, мне плохо. Я не могу похилить. Помогаю, как могу. Ой. Ты что ли включил ульту, Мэри? Они просто на меня зашли, ребят. Можете помочь? Почему я помогал как мог. Я помочь. Я сразу. Ну да, я тебя и видел. Что за разрозненный? А, мы миг, мы без микеля пошли. Погнали. Нормально, нормально. Мы. У меня есть следующая МП, ребят. Погодите меня, я быстро. А ты у быстро них... добежишь, тебя ждать. Барьер есть. Я только что возродился. Нихуя не быстро. Маячок установлен. Играю. Чем он тебя трезвый? Мы... Сзади Собра. Держу, нормально. Держу. Собра сзади. Собра хп. Отходим, отходим. Хороший. Попробуй. Я заходить. Готов ВМП. Дарта не выжил. Дарт не выжил. Сломали. Я отрезался от вас. Тут Собра сзади. Да я понял. Дива лоу. Что, хотите игра? Сломаешь Сом? Давай, 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 давай. А, Сом, Сом. Давай, 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 давай. Юзайте, ульты, ульты, ульты. Блять! Неудачно. Меня заморозили, замочили, пока вы его не взяли. Почему ты, блин, даже не осведомился, где я, Микель? Просто взял, хотите, граф, и все, ебанул его. Ну, шаман орёт, граф, 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 что я делаю? Вот так вы, блять, меня подождали. Тихо, успокойтесь все. Да ты, блять... Рискуй сколько бежать, потому что целую минуту тебя ждать. Я сейчас суппортов довезу. Микель, ты чё творишь? Он дает ульт Мойре. Погнали. У меня есть ульт уже. Блять, все тихо. На колени предо мной. Апаганда разбунтис. Минус Мерси, кстати. Они три ульта сдали. Мэри, мочи, мочи, Шини, мочи, мочи, мочи. Соси, Шини. Я помогу тебе. Сосу я, Шини. Отрезали, шабан. Ищите его. Шини справа, замочи. Шини справа, Шини справа, ребят. Застыньте! Интентемос отравес. Это на память. Мой рубль. Меня заморозили. Сзади Шини. Сзади Шини. Взломан. Исти его. Шини мертв. Говорите лучше, какой герой сзади, потому что, блин, я не знаю, блядь, кто такой Шини. Ладно, Сомбра. Сомбра план у нас сдохнул. Ну, согнал Мерси. Мэрлоу. Мэрлоу в здании. Мэрлоу в здании, еще раз. Понял тебя. Её выкилили. Пока нету эмпа. Домашний щит. Сломали. У меня тоже. Да, все сломали фактически. Осторожнее, у него есть ульт. Предупредил. Выжил. Ну эту заколить не надо, пожалуйста. Ладно, смотри. На колени передо мной. Мерси, мечи, мерси. Мерси. Я понял тебя. Это на память. Три рыла на пойнт, все. У меня есть темп. Слышите меня? Стоим, стоим, мы авангард, мы авангард. Я взломан. Сзади, сзади. Собра сзади, собра сзади. Понял собра тебя. Сзади понял тебя. Доставляем груз, Конкор. Тащим, тащим. Нормально, у них успел.
Давайте Арису, пока у нее щита нет. Сомбра слева, на ящик. Извини. Сомбра взломана. Ага. На колени предо мной. Хок взломан. Рейслер мертва. Лучше на компьютере. Мойро. Хок взломан. Скоро уже МП будет. Так себе граф в зонище. Мойро взломано. Море мертва. Ломайте тотем. Уже не нужно. Фак. Хок взломан. Все. Ну одного тебя он забрал, а толку-то чё нет. На самом деле я долго тупил, надо было сразу на груз встать и просто выжигать их с места. Ну да. А я 25 килограмм вокруг этого груза. Так что сейчас берем? Так, сейчас мы берем. Мы берем. Макри Рипер. Заря Рейн. Мойра Дзен. Урона должно быть предостаточно. А что у них будет, как ты это сам думаешь? Но мы будем мочить их щит, и их атака будет захлебываться. Сильверсат любитель, что ли, Ариса? А, я помню, да. Кстати, интересный момент. Отключили все скины, а золотые шарики остались. Да, они должны. То же самое на дрочке. Да, у меня золотого молота нет. У меня золотого. А, стоп. Слушай. Стоп, у меня тоже нет дробашей. Нет, не светится. Я все обычно. Пол странно, у меня на превьюхе. На превьюхе, да. Ребят, ребят, тихо, я в здании слева, в театре. У них Ариса. И Бастион, ребят. Ариса, Бастион. Но Бастион это просто, продавливаем щиты, а дальше он просто придет. Симметры или без? Командую, шаман, как только сбрасывать. Я не слышу, нет. Вроде бы нет. Но это не точно, я не, просто никого больше не слышу. Что сбрасывать? У них Заря. Не топай. Пали. Отойди. Они к тебе идут, они к тебе идут. Они к тебе идут все. У них асимметры, ребят. Встречаем их там. Наверное. Нет, 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 я сам. Как мёртв. Артиот. Где вообще ты? Его резко. Его резко. Турели распамили. Встаньте под них, встаньте под них просто. Телепортуются все. Они дальше пошли. Что маршрутом, что и мы. Мерси лоу. Двигайтесь со мной, двигайтесь вдоль стенки, пацаны. Очень встаньте, больно, встаньте ко мне. Все нормально. Индрис, не умери. Индрис, Индрис. Индрис, живи. Они на дальнем. Опять встаем под них. То же самое. Отойдем, отойдем. Встаем, встаем под них, не высовываемся. Под них, под них. Домашки даже. Мэри, почему под них-то не встала? Не успел трансцент прожать. Вы без хилов, господа. Ребят, вы почему сплититесь? Вы почему не ходите с шаманом? Что за хрень? Не сплитились. Вы сплитились. Ну я, по крайней мере. Это ты был рядом со мной, Конкорд. Остальные были в доме. У меня-то фейт есть. Я, если что, прибегу. У меня почти есть раскрутка. Чита нет. Сзади кто-то ходит, вот здесь в здании. Да, справа в здании. Могу убить Мерси, нужно? Мойра. Ребят, Мерси убить. Телепорт мне наверх. Телепорт стоит слева наверху. Истинное созидание. Они забыли про груз. Сзади Бастион. Бастион сзади идем. А похилять? Я хилил. Тебя хилили все. Я, к слову, убил Мерси.
привет. В смысле? Трансцентр работает даже сквозь его частицы? Нет. Нет? Ты это тупоёб, что ли? Возможно, не отрицаю. Нет, ты серьезно думал, что транса хилит сквозь стены? По крайней мере, ребят, раскрутка есть! Последний раз эта хуйня работала. Возьмите, возьмите Хога вместо Зари, это вся херня. Иди, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо, Грабс там. У них Ариса осталась на грузе. Грабс, кайнул. А скажи, Майн здесь. Ребят, может быть, что-то сделаем уже. Почему мы все отдельно, шаман? Может, поможет мне? Они сейчас... Не ссы, я здесь. Я слева кто-то. Всё, нет, пошли. Ладно, иду умирать. Тебе. Да, 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 уже иду умирать. Убейте. Гонкур, хватит мантиться с топ. Смотри, подходите к своим, блядь, вам помогут. Я не умер, почему-то. Трис, иди на рисунок. Я уже иду, я почему-то не умер. Ёбнуться можно. Хуйня вытворяется. Ладно, слишком. Ладно, рипер взяли, рипер они взяли. Я думаю, лучше уж Хоба. А он налево топает. Я слышу кого. У нас есть Макрина. Кафе. Встречаем их, встречаем. Осторожно. Встречаем близко. Нам нужно близко подобраться к сестёр. Перекинули шар. Взломать можно. Щита нет. Нету трансцента, нету трансцента, не спасу. Тут рипер сзади. Тут рипер сзади, да. Ясно. Нас забайте. Я прекрасно вас слышу, не надо повторять. У нас есть Сомбра, все в порядке. Мы сейчас идем. Моя суперспособность почти готова. Это на память. Успеем на контест? Я успею взломать бастиона, но толк от этого не грамм. У нас есть приконтест. Ребят, подходите быстрее, подходите быстрее. Есть трансцент. Давай на трансцент заедем. На трансцент, быстрее, 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 быстрее. Царя взломана. Бастион прямо сверху. Бастион умер. Писают. А я холду возьму. Мойра очень лоу. Мойра мертва. Мне пора. Что нет. Нормально. Шаман, я есть еще Хога взял. Хорошо. Нет, правда, хорошая идея. Хок у нас все время на ХГ должен быть вот здесь. Ребят, стрейтом идут. Расплитились, растянулись по всей карте. Заходят направо. Рипер справа. Бастион справа. Кукнул бастиона. Помочь, помочь, помочь. Бастион могила. Поинт! Поинт слева! Все, на поинте, на поинте. Нормально. Ариса там. Бастика не резко, где прикрыл. Ариса взломана. Рипер. Рипер сзади, ребят. Понял тебя. Три, Макри, спасти Макри. Да не можем. Не, я... Мойра очень лов, Мойра дед. Нет, Мойра не дед, хуя. Рипер. Нет, сука. У них граф может быть, отойди. Огонь по готовности. Мочи. А? Бастион. Я тебя хилю. Рипер лоу. Сдохнет. Арис, Арис, ты взаим. Не игнорьте, пожалуйста, рипера. Я стараюсь, стараюсь. Шаман, правда. На колени передо мной. Надо спасибо. Нас как я текаю? Я готов, ребят. Блин. Блять, я понял. Ребят, я готов. ЕП, а давай. Я не готов, я мертв. Давай, давай, давай. Ребят, мочите. Убейте, убейте. Сильверсат, один сейчас заряд. Меня задело сплэшем, извини. Ой, бля. Да ладно тебе, сейчас все отыграем. Подкор, ну убирай, пожалуйста. Сколько можно? Окей. Там рипер сзади был, к сожалению. Если мы будем проебывать EMP шаттер, это хуйня, ребят, мы не выиграем никогда. У нас саппорт на контроле был, я не знаю, куда парни. Да похуй на саппортов, у нас урон-то есть? Есть. Нет. Ну, КМ все прожимать могут. У них хок, ребят. Хок вместо липера. Пита нет.
Я готов взламывать. Продавите нахуй им щиты. Бастион взломан. Хорошо, хороший так, хороший так. Забираем позицию. Хорошие транса. Конкорд проходит. Там, да, блядь. Меня расстреляли. Что? Как? А вот так, расстреляли просто. А вот так. Я мейзил. Берите Люсю, Гонкорд на Люсю, быстро. Слышал. Все, погнали справа. Скиди. Справа идите все, слева там хэмбер оттуда. Я... А что он по мне стреляет? Давайте. Я пытаюсь его убить! На колени, меня просто расстреливают на месте. Блин, ты подняла бастиона на стенку. Все, нормально. Финит. Блин, Конкорд умирает постоянно. Он очень неаккуратно играет. Постарайся, Конкорд, держаться крайне за танками и постоянно оглядываться. Не, ну там просто вот как раз что мы слили, это ям шаттер, там просто пикели. Да. Ладно, хер с ним. Не, я тут был живой, но я вижу геймпи, так, и Рипер стоит. Давайте это потом будем, давайте об этом всё потом будем, давайте сейчас работать. Кстати, подождите. По одному разу скатались, значит, какой смысл дальше-то? Это правда, мы обычно в скримах так не делаем. У меня есть предложение. Тихо, ребят, слышите меня? Почему бы Мурлока не посадить на Рипера? Мурлок, как ты на Рипере? Нормально. Вот в такой комбинации. Сомбр и Рипер. Можно попробовать. Джанки. Там 30 с лишним часов, еще бы, блин, ненормально. Блять, вот это пидорская карта просто. Здесь-то Пайрошип. Джажакин. Конечно, они для пайрошипа это все взяли. Фогарис. Тихо. Фогариса, Рипер, Сомбра. Без бастиона обойдемся. А, да, Микель, когда? Баптистион. Лучше Коль шарики, когда они... Кого берем? Кого я берем? Не успею зря. Некого брать. Тебе Дзена, Дзена. Я спрашиваю, когда, Микель, когда у нас будут эти матчи-то? Договариваешься, нет, с капитаном? Ну, в следующей неделе мы договорились вроде, типа пятницу мы не... Ну, нам надо три матча сыграть. У нас вся группа теперь на нас держит. Ну, пока я договорился на следующей неделе. Вроде как она против понедельника ничего не имела. Типа, если мы сможем собраться в пятницу, могу и на пятницу пробовать с ним договориться. Пятницу уже есть матч. День и вечер мы еще вроде как играем. Ребят, пятница какая? Это. Кстати, Шаман, мы сейчас спалили фактически меня всем ребятам. Так, стоп, мы будем в эту пятницу или нет? Видимо, нет. Видимо, нет. Нет, в эту пятницу я играть не могу. Если будете играть, то без меня. Боже. Быстро все обновили таблицу после матча. Обновите таблицу. Да блин, я она так и осталась. Все, заткнулись. Раз, два, три. Раз, два, три. Каждый, каждую неделю. Ребят, а опять это херня. Попробую зайти с задов. Давлю щиты. Ой, это неудобно. Погнали на щит. Я их отвлекаю, ребят. Щелдок, бастиона поймал. Блять, перезарядка. Перезарядка. Били. Сюда. Бастион взломан. Бить его. На колени предо мной. Надо кидать. А это прям сзади по вас. Все, меня поймали. Я стоял сзади. Тихо, не ультиды, включите, уходите. Все-таки лишний комментарий. Есть трансцена. Сейчас станут на груз. У меня есть только. Добрый щиты. Мерси, готово. Телевизор один. Бастион один. Ух ты, ёб! Что? А почему она появилась раньше, чем? Я не вдавил. Это было бессмысленно. Но они, правда, тоже сдали раскрутку. Да, они супер. Ребят, есть МП уже 100 лет. Комбим чё?
сейчас, подожди, пока. Да, на мне мой ран. Снова танк, серьезно? Ну так сколько нафидонили-то? Мойра сзади! Я их за его забайтил, он все в меня стреляет. Ребят, занимаем. Всем в атаку! Мерси, ребят. Герои, поле, ломайте поле, где поле? На все. Колени предо мной. Подпокетить. Не, ел, ел. Сзади хук. Сняли. Все, уходите, уходите на кей. Вы саппортов вообще... Ребят, убивайте саппортов. Вы забываете что ли про них? Я не понимаю. Ничего подобного, я пытаюсь как раз их убивать. Нехим, во-первых, да, во-вторых, хрен достанешь. Вообще, рух я... После ульты берешь бастиона. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. После ульты берешь бастиона. Гранкорд или Индрис. После ультимейтов. Но если Индрис, то без ультимейтов. Сверху мерся вместе с Бастиком, сейчас попробую сковырять. Блять! Ломайте их, пока подтанцует. Охуеть, он успел поражать ульту, ребят. Променяться? Отвратительно. Я фару взял. Дарт. Соберитесь, кого пожалуйста, не идите по одному, вы постоянно ходите по одному. Баптиста. Все, Гранкорд, Люсио. Индрис, Баптиста, Гранкорд, Люсио. Все, Лусио, Лусио, Лусио. Лусио готов нажигать. Чем Индрис? Не меня ищите. Баптиста. Что ж, дарю тогда. Осталось бля, хуйня пить, конечно, ладно, бог. Щиты продавили. Блять, за мой фок нашел, даже никто ничего не сказал, что ли? Я не видел вообще, что ушел. Я сейчас добегу. Это бесполезно без сомбры, совершенно бесполезно. Ну, а у нас... В смысле, ну и чё? Выходили по одному, и чё? Да реально фару надо было взять и всё. Какую фару тебя расстреляют быстрее, чем ты успеешь чихнуть? Вы ещё тоже из тех, кто считает, что, блядь, бастион фару контрит? Да. Бастион фару контрит! У них реально нет щитов. Ну чё они мне делают? Господа, дерьмо демон, прекратили базар. Уж не мы не побеждали пиратшипы, когда тренировались в прошлом сезоне фары и Джанкратом. Я просто молчу, и мне тут говорить совершенно бессмысленно. Это как Макрин мне на ХД. Интересно, как долго мне нужно орать, чтобы услышали, что нужно заткнуться. Спасибо. Как играем? Я просто молчу, потому что ты меня заткнул. Типа, я сижу, жду. Можно говорить, да? Все, спасибо. Ну, в смысле, блядь, все сидят спамят, я пытаюсь... Так. Ну как играем? Рестарт, да. Почему рестарт? Чтоб мы чтобы мы третью точку тоже попробовали задефть. Просто поймите, вот вы начинаете просто орать без причины в чат. Результатом шамана, к примеру, вы нихера не услышите. Так. Я хуй знает. Я с Батистом не знаю. Вообще. Тут никто сейчас не знает, как играть за Батист. Надо позвонить Нивке, он наверняка уже знает. Кто у нас более-менее метко стреляет? Дарт? Мурл? Дарт, я, Конкорд, не знаю. Хорошо. Короче, Дарт, у тебя партийное задание, как самому топовому Бригитта Мейнеру научиться играть на Батисте. Да изи. Я все равно собирался это делать. Отлично. Гангкорд Дзиньятта. Будем два офсуппорта играть. Так, или нет. А, Гангкорд, давай на Макри. Чё? Ну Макри все-таки лучше мне, смотря что ты дальше собираешься. Макри лучше Микелю. Ладно. Ладно, без Макри. Так.
Бля, Индрис на диве. Индрис на диве, а Микель на ходе. Погнали. Я без хила сейчас почти буду. Если только Мурлок не будет очень много меня впихивать в своих кучебных банах. Ну, у меня не надо хилить, так что попроще будет. Дайте. Если у них будет Бастион, то Индрис на Сомбру меняется, и все. Грэб также. Привет, или Бастион! Есть, есть, есть. Ну, спасибо, ты чё? Щит падает, щита нет. Ну чё, ждём их? Что теперь делать? Ждём, когда они подойдут. Когда они подойдут к лестнице, ребят. Ждём, когда они подойдут к лестнице, на которой я стою сейчас. Отойдите, блядь, от неё. Сзади, сзади у нас Мойра. Лечебные банки! Хорошо, хорошо, хорошо. Нечем хилить. Я стараюсь, но, блин, я больше урона просто не вывезу, ты чё? Его просто выхиливают, КД. Да серьезно, я в него стреляю, он хитит. Так, Индрис на Сомбру, быстро. Уже сажу, ты чё? Сказал уже. Я только-только умер. Микель после ульты на зарю. Давай просто на фару сяду и... Ты не выиграешь вот на фаре. Покажи нам, как ты выиграешь. Ну, тут Мерсю возьми. Давай потратим одну. Давай ха, Мерсю ему возьму. Мэри, давай на Мерсю после... Я готов хакать. Ну вот, пожалуйста. Отлично. Море очень лоу. Прям пиздец. А чё он? Телефон. Воу, где шар? Мурлок, за тебя, если что, была взломанная печка. Да-да-да, я шаман иду. Ханза лоу, убегает. Не добегу. Уходи, уходи, уходи. Перехили с попу уже, лоу. Есть. Фу. Щита нет. Бастион-то. Отходим, отходим. Где бастион-то хоть? Я не умер еще. Мен. Найс, свапаешься, бро. Я, блин, сразу пошел. Пару, блин. Когда сдох, Мойра на пойнте. Нет, зачем луч? Меня же переменили. Мойра сзади. Больте таргет, больте таргет, больте таргет. Меня рифа. Мойра сзади. Бастиона согнал вниз. Нужна бомба. Стой, стой поближе к тиммейтам, пожалуйста. Понял, да. Иди, стоишь. Все, я понял, меня просто оттянуло. Я опять единственный выживший. Ну, блин, с Хогом сейчас. Тихо. Где пара? Вот, есть теперь. Отлично. Я готов. Фу, не тем стреляю. Хиляю вражескую пару. Погнали, погнали. Заходим справа. У нас есть ультимейт ебучего Батиста. Все, мы рейди. Погнали. Сломала Рису. Сзади Хок. Шаман. Ребята, блядь, тянут? Не успел. Дайте Зади. Бог, который начал, блин, пикать саппорта. Он вас один шаман... задержал всех четверых, понимаете? Нам надо было пройти на точку. Вы можете наплевать на него, отдать ему ганкорта просто и все. Так он меня хукнул, в этом все правда. Отдать ему, окей, отдать ему... Мойра на нашем спавне, ребят! Ну убейте ее, ёпрасота! Вот почему-то, когда я, блин, пикаю... На... Сзади шаман, вот в этой маленькой комнатке, давайте, бьём ее. А как вражеская Мойра, блядь, на спауне, так Мойра и вражеская Мойра, блядь, на спауне. Все, все успокоились, быстро, блядь. Меня просветили. Я убью, помогите. Ребят! Фок сверху, фок сверху. Да ты, блядь, что? У меня есть ТМП, командуйте. Вы подойдете? Нет, ко мне. Погнали. Я подошел. Я готов. Давай, не предо мной. Мойра взломана. Опять? Мойра мертва. Сзади, блин, она уже мертва, да. Мойра мертва. Убивает, но... Убиваем, все, ну, тихо. Прекратили здесь мораль, все быстро. Меня выкупили. Убили. Не было. А, черт, черт, черт. Мэри, давай его убью. Мне пора. Извините. Все, пиши, все, все. Матрица вражеская, прям по бою. Через нее дракон летят. Меня высоту стоит. Не могу выйти с лифта, дракон. Я по контексту немного. Но... Давай бараш уже.
хардкор давайте сейчас. Меня убили. На фоне сейчас есть. Есть, продержитесь? Не думаю. Это только на бессмертие. Есть. Постарайтесь продержитесь. Ну, хуйня. Как фара поживает? Фара не и не надо говорить. Фара поживала. Угу. Фара жива все время чуть... у нас. Мне нужно было, да, чуть больше времени. Вообще никаких проблем не ощущал. Пока не ходил, жевал, она не делала ничего, ее просто игнорировали, и им было плохо. Ну да, там пару раз бастион. Можно я мысль выскажу? Высказывай. Отлично. Мне кажется, нам не достает именно в нашем пуле героев этого, господи, Думфиста. А что бы он здесь делал? Вообще... А зачем он здесь? Он здесь не убивать вражеских саппортов. Ага, Ген же нам классно, нужен тогда. Хорошо. Думайте другого героя, который будет убивать вражеских саппортов. Будет фланковать. Делать Ген же трейсер фланкер. Сомбра может при желании. Винстон Дива хамят. Да и не дайвом, только при желании. Шаман, чё, нет у нас героев для дайва. Танк есть. Вы играете как бы много чего из этого. Там типа Думфист, хомяка и спокойно. Трейсер Ген же некому. Ну, теоретически трассу, конечно, я очень плохо, но могу. Ну, теоретически на трассе ты, я играю. Ну не, я просто потихоньку осваиваю. На самом деле, он в чем-то прав. Нам нельзя переходить в позиционку против бастиона. У него слишком большой урон. Мы просто выбегаем на них и ничего не делаем. Да, на них надо сваливаться. Всеми тушами, чтобы бастион терялся. Причем с каким-то взрывным уроном. Ну, кстати, зачем? Вот, не обязательно. С Батистом, не знаю, Джанк Рата бы кого-нибудь попробовал. Ну вот, кстати. Джанк с Батистом. Ну, вообще, чисто теоретически, Дива... Нет, даже, наверное, Хок. Хок, Уинстон, Мэри на Мойре, Конкорд на Луське и что-нибудь тяжелое. Может быть, Риппер, может быть, Сомбра на мне. И Думфист. Это все контрится Риппером и Макри. Да, но они-то на бастионах играют. Ну, мы через бахи будем играть. Это они на бастионах играют. Мы будем не контрить одного персонажа, а смотреть. Не, почему? Ариса точно так же. Композиции. Ариса точно так же. Можно оттуда. Либо ты возьмешь слишком много контрит против бастиона, они просто вапнут бастион, и ты будешь сосать пулточки. Ну, пока они не разу. Так, естественно. Потому что мы не контрили. Можно мы спокойно проехали. Вы в курсе, что мы сейчас Мунли все запалим, да? Да, это хуёво. Нахер нам тогда этот YouTube канал сдался? А ты прямо стримишь, да? Я не стримлю, нет, я записываю. Нет, зрители. Просто, господа, давайте вот все публичные игры, которые даже в теории можно посмотреть. На самом деле, сейчас Баптист был неплох. Мне показалось, Шаман чуть вперед просто лез. То есть, грубо говоря, я старался спасать, но просто остальные не были готовы. Ну, я был... Ну, то есть, я очень много в тебя влил хила, но просто... Вот там и Келли надо приходил, когда был еще Хогом. Все, остальных я вообще не видел. Я умирал в надежде, что Индрис даст свой ЕМП. Это половина моих смертей. В смысле? А так, да. Я стою у них за спинами, ты говоришь, давай ЕМП, я даю ЕМП, ты умираешь. Сука. Ну, блядь, да, потому что поздно. Да, блядь, да, серьезно? В смысле, ты вышел и потом сказал ИМП. Действительно, поздно или нет? Ну там же шаман сражал в плуту. Нет, я говорю ИМП, потом выхожу. Ничего подобного. Ладно, все, я могу. Шаман, ты переспоришь. Я проверял. Ну вот все, короче, мы будем ебать тебя на сомбре до конца твоей в качестве наказания. Вот просто не слезаешь с этого персонажа ни на йоту. Как да, скажешь. Я даже и не против на самом-то деле. Она интересный персонаж. Так, хорошо. Наш пул героев сузился в 20... Сколько там? В 30 раз. Классно. Ну ты вычти еще всех ДПСов у меня. И хилов. Не-не-не. Имеется в виду то, что если Интрис у нас супа-пупа-флекс в идеале был бы, то в худшем случае мы потеряли 30, просто 30 других вариантов вселенных, грубо говоря. Знаешь, там... Чё ещё?
в сочетании из 30 по 6, это прям вот вообще до хрена сколько, я тебе скажу. Мне кажется, никакого стыда не испытываю. Вообще-то 29 на 28, ты там как бы тервер все дела. Тервером отстал скорее. Ну хотя нет, тервер, да, наверное, да. Наверное, тервер все-таки. Пизжу. Пизжу. Да, 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 все, все. Школа, школа. Школа. Карта какая? Пиковая дама. Этих котков потренировать. Лидзян. Да, пожалуй. Думаешь, Лидзян нам удобней? Какая, блядь, это тренировка. Не, ну если мы будем выбирать котка потом, нам бы хоть чему-нибудь потренироваться. Лидзян, короче. А то опять будем потом, как в первых катках с Нивкой, такие, Анубис давай возьмем. Ой, потом Анубис потренируем. О, не, в жопу Анубис. Они непременно его возьмут. Я вот пытаюсь придумать, а чё, собственно, наши враги могут взять на вторую карту? 100% Нумбани, практически у всех. Не-не-не, как у саппортов, так у инстовинов. Убираем, так что это будет Микстроу, скорее всего. А вторую они выберут Нумбани. Да не могут они Нумбани, нет Нумбани. То есть мы не собираемся выигрывать. А, я понял, там стаки карт. Там да. Есть, да. Да-да-да, понял. Я не видел его просто. До сих пор. Да, я тоже не видел, если честно, список. Список чего? Карт. Как? Доступных для выбора. На самом деле, я бы сказал то, за что меня сейчас закидают просто камнями. На самом деле, надо быть горизонт. Горизонт? Бля, пиздите его ногами, сука. Нет, для Сомбры горизонт очень удобен. Невероятно удобен. Если честно. Лучше, что создавали Blizzard. Я скажу то, что за что меня сейчас закидают карты. Посадим тебя на бастиона, будешь сидеть на жопе ровно и двигать мышкой. Чуть-чуть. Ты первый персонаж, которого я хотел мейнить в этой игре. Бастиона? Не, давайте без бастиона все-таки, после того, как хотели на левом краю сесть. В смысле? Там шикарное место. Охуенно плохое место, оно легко обходится и очень сильно контрится. Да, именно поэтому все игроки, грандмастеры и выше пользуются именно этим углом. Конечно. Или на горизонте в защите самая топовая тактика с гномом. Да. Там ставится турель просто гадство всех гадств. Я знаю, где она ставится. Это жопа такая, что... Я очень долго там думал. Я еще до реворка там думал. Ну, до реворка? Да ты мразь. Турел есть в этой пати. Мон ли капитан наших соперников, будем играть против нее? Это жопа. Шаман, ты чё, мы сольём всё. Мне кажется, личный рост гораздо важнее, чем вот это вот хуйня. Типа, сюрприз сюрпризом, они всё равно будут готовы. Они всё равно знают, что мы год сыграем, да, ничего нового. Ну, добавили мы Сомбру, это тоже не секрет. Давай, эти похрен. Ладно. Хотя бы Мойра будет другая, а не эта пидорская, которая, блядь, нас на спавне сидит. Я, честно говоря, так долго жил, что я даже не знал, что у вас такие проблемы, пробегал мимо, такой, хопа, прикол. Или это моцарелла был? Пришел. Это был лорсер. Смотри, чтобы она тебя слипом не потрогала. Кого? Локальный мем. Да, это локальный мем, там слепые шаман. А там, где я мансил с Мойрой и Анной. Это где Нивка гравитон контест дал сдох, а ты потом слепил. Да, я помню это. Спал в гравитоне. Сука, они там стреляли все поверх наших голов, главное, чтобы по шаману не попасть. Когда я не понял, что происходит, да. Я сначала, что это шатер ответный был. Ужас просто. Блин, ржачно тогда было, веселая была игра. Я с теплотой вспоминаю. Так. Так, дайте мне интересно, а модель какой рейтинг? Ну где-то 200, ой, 300, 3200, 3300, где-то так, наверное. Последний раз я такое что-то помню. А чем это я? Что?
Так, господа, у них все равно стримит, так что мы уже все, что можно, спалили, так что. А нахуй. Кто стримит? Палим. Сатурон. А, Сатурон. А нахуй мы это палим, расскажите мне, пожалуйста. Потому что шаман предположил, что личный рост лучше, чем вот эта вся хуйня, потому что они будут готовы и так ко всему. Ну, ты бы слушал внимательно. Я на самом деле да. Хотим ли мы фару Мерси? На саду? Шаман. Ну да. Можно. Хорошо. Фара Мерси, Хок Мартыха. Хок Мартыха. Второй сап. Второй сап. Нет, Мурлок, не. Ты сможешь на Хоке Мурлок? Чего? Моя прерогатива. Трех саппортов сыграем, а сейчас хилап просто. Ты нормально на Хоке Мурлок? Пусть у вас никогда не выхилит. Давайте вот так. Нормально. Танка у нас, конечно, будет крайне мало сейчас. Нам бы Идрис, конечно, может... Идрис обычно... Ой, господи, Идрис. У нас Сомбра обычно в качестве третьего суппорта заменяется. Да. Так что уж там урон какой-то взять. Ну, Мурлок? Мерси у вас хила просто не будет. Сейчас попробуем. Хорошо. Ставлю транслокатор на Мегу. Тоже такое же. Без спиды, ёбаный рот. Блять! Чуть не вылетел. Где дядя? Фригита взломана. Ебем. Забрать мог. Ребята, ребят. Пара на земле. Пара на земле. Заливаем шамана. Сзади брига. Брига взломана. Я на мини вдовы меня видят. Мёрси готова. Видок слева, видок у тебя, Индрис. Видок слева. Бля. Таргет. Меня видят. Мёрси пересесть на Макви. Как не Мегу? Сейчас. У меня быстрее, откатывается. Мегу, быстрее, что ты должен делать? У меня был на... Пара половина. Где видовка? Дайте мне видовку. Готова пара. Нормально. Гензя взломан. Убивает, помогите. Гензи лоу. Меня убивают. Гензи лоу. Попросил. Пару забрать. Посмотри, еще идет. Пушной Макви возьму. Не могу, я мертв. Все, ходите. Шаман. Есть ТМП. Я мертв, меня убивают тогда. Да, пожалуйста, без вот этого. Это я очень сильно мешает. Лучше просто ори, блин. Я не знаю. Где видовка, черт побери? Да? Скажите мне, где чертова видовка? Видели бы, сказали бы. Ты, блядь, на сомбре играешь. Ты не можешь сам... Вижу ее, да. Все. Я готов к ТМП, если что. Ждем Макри. Вы куда пошли? Я уже готов, переготов. Вижу видовку, она в окне слева в здании, справа в здании. Никель. Вы, блядь, чё, издеваетесь? Я в рот ебал этот юмос, пускайте. Красиво умерла Мэри. Не дезморали, человек. Ладно, хорошо. Время Нет, есть. Уже похуй. Уже похуй. Видовка справа в здании, в окне, которое выходит в пропасть. В принципе, я могу ее сначала убивать, потом давать EMP. Ждем с... Мерч. Я поехал уже. Ну давай, выпей. Меня просто, блять, путал. Он лоу. Гейн, заряд. Просто пойдите в себя. Ну вот, мне гораздо лучше. Еще не везде. Ждите, регрупп, блядь. Все мы все здесь. Лично. Они знают, где мой транслокатор. Я готов.
Ой, нагибал я все это! Въебите им, пожалуйста. У меня аллергия уже на это все. Воин. Кто нам еще? Отлично. Хороший был. Хороший ем. Есть хайнер. Да, ем хороший. Я просто... Кто-то уничтожил мой транслокатор сзади. Ставлю второй. Хуёвый кол. Не говори так. Это вот... Ребят, справа. Отлично. Забирайте Монка, сэр! Он сделал ошибку! Правильный коп, правильно. Фара на точке! Уже зажимаем, зажимаем. Моцарелла сдох! Взломан в пропасть. Добил. На точку кто-то идет. Кажется. Нет, нет. Все нормально, хилядрик. Монка взломан! Монка с ульта. 11 хп, я ушел. Ты не можешь попасть туда все, блядь? Могу. Охуенно. Монка взломан! Он яростно, но не может прыгать. Шаман, ко мне, на точке. Я покажу, как надо. Есть что, почек? Забрать фан. Хорошо. Следующий таргет, мёртвый. Мёртвый убить. Как нет. Тут ездит по стенам? Мёрз, мёрз. Поднимайся, Мэри. Все мы иногда ошибаемся. Мёрз, Иван. Хорошо. Отлично. Шинина. Давай, забираем. Шаман. На мне трейсер. Трейсер взломана. Да господи, ребят. Взломанным Монкас. 7 метра. Герои, восстаньте. 7 метра на поинте. Кто? Бейте 7 метров. 7 метров. Я покажу, как надо. Минус 3 метра. Саппортов убивайте. Трейсер, трейсер лоу. Трейсер лоу. Трейсер лоу. Чистый. На меня фара обратила внимание и стала по мне лупить. Ух. Да уж. У меня есть проблема, смотри. Я не умею попадать, когда по мне стреляют. Вообще. Если по мне не стреляют, я попадаю нормально. Если меня пиздят, я попадать не могу вообще. Потому что ты стоишь на месте обычно, когда стреляешь, когда тебя не пиздят. Чистая правда. Ладно. Как хочешь. Блять, что у меня с ИИМ? Лучше вместо того, чтобы орать, что меня бьют, лучше говорите, что... Окей, понял. Да. Все понял. Вы, если вы говорите понял. Просто местоположение противника, так лучше. Мы в целом все, примерно понял, представляем, где вы. Я понял, принял. Хорошо. Есть, да, да, сэр. A few moments later. Меня убивают, помогите! Ставлю на мегу, ставлю на мегу слева. Отлично, ладно. Заходим сюда, все нормально. Идем за дарк. Нормально, на точку играем. Прямо на точку играем. Че там, где фара? Фара. Хомяк на фонте. Хомяк взломан. Хомяк взломан. Хомяка. Добейте на хомяка. Меня убил Макри. Меня убили. Шам, прыгни. Прости. Регрупп. Шмара назад. Регрупп. Группируемся. Не дайте вам вас зажать. Не дайте вас активно выходить вперед. Не взломались, Сомбра. Сомбра справа, Сомбра справа, помогите. Я сагрил их. Они на точку пробежали. Ульт готов. Сейчас, раз. Высовываться. Блядь, меня убили. Мерси взломана. Ребят.
А можно взять что-нибудь более или менее дамажащее? Так, мы берем. Мы берем Зарю Рейна. Да, если мы попробуем последний раз, я на ХГ залезу. Зарю Рейна, Микки сажаем на Жанкрата. Кого, да, меня? Ну, Жанкрат нормальный, да. Да, да. А. Все. Ну давай, хайну. Пять, Микель, тебя уже видят, за тобой уже идут. Убей кого-нибудь, просто кого-нибудь, а обязательно толпу. Давай, давай, хомяка, блядь, мочи. Макри. Ты где, блядь? Ну вот кого-то убил. Это Мунли. Сомбра. Юзай, хайну, быстрей. Не держи. Справа, ребят, саппорт. Шамп, шамп. Мне гораздо лучше. Фара сзади! Фара сзади! Я покажу, как так. Герои, восстаньте! Но манджи, спасибо! Я просто... Похоже, мне придется самому выбирать, когда давать МП. Ну почему так расплетились-то? Они этим пользовались. Я же не завис. Я тут не один. Микель на Зарю, Дарк на Батиста. А. А, Ганкорд. Так, остается на Люське. Мэри. Блин, Мэри бы научить на Батисте играть. Или Конкорда. Конкорд, давай, я думаю, смотрю. Так вот, Индрис. Я уже не смотрю. Ну, как дела? Заходим на точку, забейте. Похер. Фокус Сомбра. Фара взломана на точке. Р2. Я там взломан на точке. Ну-ка, иди сюда, мертушечка. Хомяк взломан. Суппорта купим. Мойра, Мойра, Мойра. Хомяк очень лоу. Выхилят. Забейте. Мойра, Мойра лоу. Пришлось свалить, ребят. Меня бухнули вниз. Мойра мертва. Отлично. Пару поймал. Пойдем. У Сомбры релокатор стоит рядом с... Тормоз. Рядом с Мегой. Хорошо. Нормально. Сомбра справа на Меге. Я ее взломал. Это... Покрепите. Я взлом. Сомбра взломана. Да, играем на точке, играем на точке. Играем на точке. Сейчас расплыла. Дойти бы мне до нее. Хорошо поиграли на точке. Меня взломали. Меня убивают. Хомяк. Меня сейчас убьют. Нам нечем комбинировать с Батистом. Абсолютно нечего. Хил. Я могу просто выдавать хил. Лучевое же оружие же не усиливается, да? Ребят, я сзади, я еще не вышел с респа. Заходим направо. А, ладно, не-не-не, заходим вот так. Сомбра лоу! Дава по центру, дава по мейну! Заходим на точку, да? Заходим на точку, просто на точку, забейте нас, забейте. Бля! Ребят, меня сзади оставили. Фар на пойнте, фар на пойнте. Меня вытер. Мерси, мерси, мерси. Шаман, меня давай. Меня взломали, помогите на пойнте, Сомбра. Видовка смотрит по мейну. Что, мерси? Чтобы была мерси, а ты ее даже не ударил молотком. Ну, поколи ее. Я... О, мне орать на всю квартиру, ребят, не знаю. А мне орать на всю квартиру?
Ладно, это был бугур. Я реально по второму. Все спокойно. Да, я сломал транслокатор сомбра. Да, я на мой сломала. Граш, нормально. Так, ебал я все это. Сзади сомбра. Хомяклоу. Стрелять, попасть. Хороший рем. Да толку-то от него. Мерси. Мерси. Бежали, погнали, погнали. У меня есть шаттл, готовьтесь. Мерсю, 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 половина. Мэри хилдай. Хомяк взломан. Хорошо. Отличный был. Они сидят все, смотрите, все, блядь. Ну да, у них хуйня. Никто из них не играет на том, на чем играет сейчас. Удивительно. Так, я что, тут не очень агрессивно, Мэри, отлично. Отлично. Мэри, вот к чему сейчас это в чате было? Просто по приколу, просто потому что я могу это написать. Ну что, они довольны, конечно, постоянно. Во-первых, фраза «я ебал» у меня вызывает некоторые вопросы. Так она написала это про меня, ты что, не докумекал, что ли? Мемы надо цитировать прям точно, а не «я ебал». Угу. Люсик в карму за правильно отцитированный мем. Го по жесткому. Го, 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 го. Го, 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 го. Мы без врубай, мы голос. Уф. По жесткому. По жесткому. А никто не против, если я по жесткому? Анубис? Ладно. Ладно. Мы хотели Анубис потренировать, мне казалось. А, вот так называется наш Анубис, да? Ну. Это наш Анубис. Наша версия Анубиса. Пирамида в виде роботов. Или оборона не годс, пизду годс. Контр годс. Ну форум мёрси, мы помним, здесь контр годс у нас что? Старт на Батисте, Индрис, а нет, Индрис иди на сон. Сука, подведи. Кто нас еще на рипере может? Я могу. Отлично. Дарт лучше на рипере. Вот сейчас ты меня обосрал, пиздец. Ну это так! Я не хотел тебя обидеть. Я не фанкую, в отличие от некоторых. Блять, это плохо. Как. Кого, сука, второй суппорт кто? Второй и суппорт все. У нас... Маячок установлен. А только, чур, у Дзена хорошая позиционка должна быть. Потому что сейчас вообще ему не отключишь. А можно тогда лучше его не возьму? Батиста, бери, заеба. А, Ганкорд, во, погоди, ты же у нас на ДПС можешь сесть. Ну, да. Эш. Я соло-танк пойду. Пригодится. Кого брать? Быстро. Кого хочешь, блядь. Возьми Ашу, любого. Не знаю, Китскана. Ребят, у Шу. Них... А, так у них годсы Шу. Есть, конечно. Ребят, полный годс, классический. Без Уинстона. Насколько я могу слышать. Голос. Слушай, будешь, конечно, макри для Астана. Ну, будь на ХГ сидеть, значит. Дива... У них дивный годс. Через Диву. Давай, Боб за 24 секунды. Чтоб был. Время походу. Дрейн лоу. Нормально. Бригитта. Бригер взломана. Грызаем. Я живу. Никель не бери. Окей. Щит падает. Я здесь, Мурлок, справа, справа. Я здесь оставил тебе. Дио взломано. Зен лоу. Зен очень лоу, доберите его. Конкорд, помогите, Дива. Лусио взломан. Таргет, меня бьют!
нихуя не спасает. Стреляет по танкам. Взять и выйти. Да, и лучше пару. Я изменяюсь на мёрз. Да. Мне фару, что ли, брать? Мне да. Нет. А, блядь. Возьми, возьми. Рекорд Макри, Микель фара. Мурлок, слева от тебя ставлю. Там что-то такое. Давай быстрее, фар. Я не успею уже. Они... Ребят, на ХГ. Всё, ХГ справа. Брейн взломан. Брейн же. Дарт. Я... Огонь по готовности. Мунли взломана. Покажите им, как надо. Попробуй, быстрее ко мне. Не убивать, Мунли. Сзади, сзади Бригитта, сзади Бригитта. Подкрутый газ, сзади Бригитта. Взломал Диву. Почти готов, ПМ. Там, давай. Выносите их. Спасибо, Мурлок. Огромное спасибо. Я избиваю. Взломан Рейн. Добрать его. У меня щита нет. Хорош. Май срез. Я на револ сейчас уйду. Щита нет. Зен откис. Луся взломан. Зарё очень плохо, доберите. Батисты или против гадцов. Батисты это плохо. А чё нет-то? У них Мунли на заре, ещё бы мы не выстояли, ты чё? Заря у них откровенно слабые. Так. Чекаю, 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 чекаю. Не пались, Микель. Мерси? Микель. Да, вот именно. Смотри, замерзь и ты тоже. Заря очень сильно заряжена, аккуратней. Так, даже ее зарядил. Я не знаю, где я. Убил Зена. Мурлок? Спасибо. Бэйны. Просадил ему щиты. Диву, сломай, сломай Диву, сломай Диву, баранку. Все, больше дышать. Без ультимейта. Луся взломан! Доберите его! Луся хочет убить его нафиг. Отлично. Нормально. Блин. Так, короче, следующий ультимейт это... следующая комбинация... Макри с Мурлоком? МП. Нет, не Макри с Мурлоком. Мурлок юзает ультимейт. Ребят, у них мейн. Я готов. Я закрою. Мурлок. Мунли очень лоу, заря лоу, заря лоу. А где, а зачем сдали это? Как и Рейна? Не успел. Ребята, блядь, ты чё? Не умирает. Баптист лоу! Да. Баптист лоу! Поинт. Держите, дедзай. Дедзай, а! Выносите их! Михель! Интентемо сотравес. Так. Луся лоу. Заря слева! Заря слева! Они все слева, они все сзади. Доберите ее. Она сама себя застагерила. Понял, спасибо. Мурлок? Опять там же. Кайнун, дедай, вы чё, ребят, проебали-то. Индрис, у нас летел мек, зачем ты сдал? Я лоханулся, я сдал ее. Не знаю, пингануло, может. Ребят, Анна. Анна вместо Зена. Нет, вместо Лусио. Анна вместо Лусио. Слышно? Хорошо, Анна вместо Лусио. Они поняли, что не хватает. Знаю, ко мне попадает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я оставил Шине 1 хп просто, он на мегу пошел. Шине хороший, Анна, не лезет. Я уже понял. Не ожидал. Это... Батист взломан. Готов ПМП.
Меня убили сразу. Ааа, комба хреновая, я не ожидал, что Шини хорошая. Каких полов, кроме меня убили? Меня просто зажимали втроем. А я не знаю. Я продавливал щиты, я пытался их убивать, но потом. Просто меня первым. Меня просто забирали первым, в обход тебя. Кувырок назад. Хотя ты стоишь далеко сзади меня, может быть даже. Попробуй помни на ХГС. Я пытаюсь скиллить, вон я даже резала, да, неплохо, но просто не знаю. У нас нет ответа. Если ты будешь у меня все время хилиться, ты бесписан. Если мы не будем отвечать. А больше нет. Хиль меня. Я тебя хилю. Ты отлетаешь шаману, у меня остается сразу 50 хп. Я начинаю думать, где бы спрятаться, а не где бы урон наносить. Ребят, где вы будете заходить, справа или слева? Говорите сразу. Мы играем антигод снова. Давайте попробуем. Может телепорт? Не, телепорт не работает. Ну, не знаю. Смотрите, Индрис берет смету. Индрис. Да. Он возвращается. Давай Рипера, Никель, давай Зарю. Ты же хотел меня ебать на Сумбре. Может наоборот? Блин, я хочу, можем нам кого-то. Гангор, ты нормально на Рипере играешь? Нет. А на Батисте? Ну, более-менее. Давай на Батиста, Дарт на Риппере, Индрис на Сомбре. Дарт, Риппер! Да-да-да, я пошукаю. А почему ты так хочешь? Ребят, вы меня слышите? Они не в воротах. Сзади, ребят, видовка слева, бастион. Бастион справа на точке. Сверху. Осторожно, у них видов. Да, видовка видов. Слева в окне. Слева в окне. На маленьком ХГ. Слышите меня? Да. Я... Так, ребят, заходим слева. Я готов. Все, мы готовы? Да, ну, Сомбра сзади. Сзади тогда. Будет, забейте меня. Подходим. Так, они сзади там Сомбра. Легко, хорошо. Подходим. Подожди, Мурлок, я первый пройду. Давай. Рипер, ты подошел? Это так, нормально. мы ждем, меня спалили. Хорошо, подходим, быстрее, они не пасут. Мэри потеряли. Кидать резко, стоим здесь. Ариса взломана. Сзади видовка! Туресы! Сзади видовка, все плохо. Здесь рекорд не работает. Подходим, отходим, точно. Индрис, сиди на виду. Что сидеть? На виду сидеть. Хорошо. Просто вот сесть и до лицо, блядь, и все. Вы видовичьего уважения. Так, куда бы мне воткнуть транслокатор-то? Шану на 34%. Вдова на месте. Ну, хорошая попытка, ладно, потом. Я знаю, где у них Сомбра. Идем налево. Так же идем. Ребят, помогите с Сомброй. Не можем, мы очень далеко. Максимум фабл надо кинуть. Кидывай. Сейчас, секунду. У них у Сомбры есть EMP, слышите меня? Да. Вижу видовку, сейчас пойду к ней. Видовка без головы. EMP. Я без лица. Ну, умирайте быстрее, пули вы ждете. Вы просто оттягиваете время. Оттягивайте, не сдержите. Можно попробовать что-нибудь другое. Можно попробовать что-нибудь другое и взять диву, например. Сади Интриса на диву. А толку-то? У них Сомбра есть. Я уже рассказывал, какая-то жопа. Так что? Ты можешь колить свои слова? Видовка... Видовка и Анна справа. Бастион стоит с... Нет, они переместились! Теперь бастион справа. Пройдите сюда просто. Просто пройдите. Давайте EMP сейчас дам. Ждем зарядку в поле. Будем сражаться с пионом под полем. Ребят, я готов к EMP. Тихо.
Я подхожу. Проходите налево, блядь. Хули вы встали, ёбаный. Тихо! Все. Поле 2, 1, поле, есть поле. Поле. Поле есть. Восстаньте. Батя. Сейчас бомбардир справа. Я взломали, помогите. Сзади сомбр, меня убили. Ну что, ребят? Резко ли больше? Индрис, ты убил метров? Работа над этим. Я запокетил мерси. Сражаемся на душу. Видовка на поинт внизу. Терпите, я иду. Сейчас доберу видовку. Очень хорошие Отпротить. Хилы. Отпротить. Очень хорошие. Нет хороших хилов врагов, есть только мы плохие. Мы что-то делаем не так. Давайте... Мы что-то делаем не так. Давайте думать, что мы делаем не так. Они все правильно сделают. Мы не ДПС. Мы медленно, блядь, заходим налево. Выносите их! Я оторвал глотку, пока, блядь, не прошли налево. Это, блядь, надо суметь. Второй момент. Зачем, блядь, нам юзать по пути ебучее поле? Если мы под ним можем сражаться против бастиона. Согласен, косяк. Так, еще какие моменты были? Индри, сколько раз ты убил видов? Ноль. Сколько раз ты по ней выстрелил? Я об нее, в принципе, импи набрал два раза. Там... Нихера себе, ты ее должен был убить раза 4. Весь прикол в том, что ее моментально... Я не знаю, какая у них там коммуникация такая, но на видовку моментально прицеплялась Мерся, и в нее моментально влетала Ана вместе с хилом. Фактически видовка с Аной стояла. Вот. И это было очень сложно в одиночку. Когда вы там заходили, я отвлекал видовку и Ану. К ним прибегала Мерси, оставляли в Сильверсата вместе с бастионом. Я такой думаю, ну сейчас продавят бастионы, и там шаман со щитом будет стоять, весь довольный. Коль тот момент, когда на них отвлекают суппорты, мы могли бы пропушить бастион. Я так и предполагал. Я смотрю, вы там собираетесь, но вы растягивались, и кто-то умирал по дороге. Я думал, вы будете его ждать. Ну вот и... Там не умер никто по дороге. Дофига умирало по дороге. Да, кто-то умирал по дороге, мы его ждали. Да. Вот сейчас против видовки вообще это безумие будет. Чё брать? Я не смогу ее добирать быстро очень на перемычке. Может сразу монка с дивой? Монка с дивой, корейский голос берем. Корейский голос? Сомброй? Без сомброй. Я удивился вот как раз. Вот вы слышите, да, уровень коммуникации в команде, когда говорите «Сомбр», тебя спрашивают «Сомбр»? Я сейчас увеличу громкость просто войс-чат, потому что что-то я реально плохо слышу очень. Блять, соедини со мной ментальные контакты, и узнаешь всю мою темную внутреннюю сущность. Не надо. И заодно узнаешь, что мы играем без «Сомбра». Классно! Ух ты! Ладно. Считай, это амнистией. Амнистия от чего? От ебания тебя на сомбре. Я, кстати, не особо доволен, я бы еще посидел. Сейчас договоришься. Да. Тихо. Да, ты это. Ну мне правда нравится. Справа, походу. Слева тут хомяк есть. Я вру, это Ариса. Видовка сверху. Мерси ошиблась. Дупорты отвлеклись. Да, нормально. Ханзо. Корт. Шмикер. Зря просто прыгнул, я поднимусь. Хила чуть-чуть, ребят. Спасибо. И тут справа. Зарезал. Справа, справа, не подходите. Я под анти. Первый под банк. Спасти, Зарь. Я сказал, не подходить близко. Но я уже не мог оттуда зайти. Ах, ёбаный стик. У нас есть Люси, чтобы тебя под щитками оттуда увезти. В чем проблема? Ну, возьми. Не бывает, я не могу. Бывает, я просто не рассчитываю свои силы.
Игру. Эш забрать. Мерсиад. Эш забрать еще. Мерсиад лоу. Мерсиад 2. А, хорошо. Ариса сзади, шаман лоу. Они не зайдут без этого говна. Я их покараулю. Я сказал, иди к точке. Что тебе, блядь, непонятно? Видовка по мейну. О, Фокс пришел. Бахи посвали. Слышишь, шаман? Как покараулилась? А, у тебя ульта есть. Конечно, хорошо покараулилась. Меня наблюдатель спалил. Сейчас Маргиар. Тебя наблюдатель спалил? Да. Охуенно. Бонгу уничтожаю. Уничтожаю. Сломали. Бой! Ребят, хил! Блять. Кто-то. Аша справа, аша справа. Я в курсе. Забрать Ашу, спиды. Она уже сбежала. У них риппер. Держимся вместе. Забрать. Хан справа один. Отлично, мерзший бит. Риппер слева. Боль. Я сказал. Не убьем. Назад, давайте. Назад, тут мои танки встали. Есть гравий. Стрипера. Стрипер. Риппер справа. Риппер справа. Стрелять по нему, он же это. Он лоу. Справа. Что, блядь, справа? Надо ханс добить здесь. Хил? Нас на спауне. Хил! Блять, меня просто расстреляли. Заберите репака! Бой! Хил, пожалуйста! Ребят, я постоянно 50%. Беру Рейна. Крайне мало хила. Блин. Ну на точку-то зачем их бить? Таргет. Риппер половина. Мерси справа, добрать. А, все с риппером. Станы? Да. Мочить их нахуй. Хули встать. Риппер. Nice. Ну вот и все. Отойди назад. Всем назад. Быстро. Под матрицей, шаман. Нету спидов, я мертв. Похуй. Я сам на спидах. Пожалуйста, похильте шамана, ребят. Как могу похилил. Все, тихо, я возьму мегу. Копите свои эти. У меня давно уже есть меха новая. Есть. У них хомяк. Если я буду жить в файте, будет гравитон. Слева риппер. Хомяк лоу добей. Дракон слева. Меня убивают первым, ребят. У них похоже культа. Риппер лоу, хороший. Плю. Ты зачем ты кроешь? Блин, Ханза под усилением не смог меня убить. Потому что матрица моя стояла. А, или нет? Погоди, нет, матрица моя там не была, пизжу. Их заткнулись. Нормально, у нас есть комбинация шаттер... Меха. Дайте им подойти немножко поближе. Вот когда вот сюда, там, где мой граффити стоит, Там, тут, тогда сдаем нашу комбинацию. Я понял тебя. Слева идут. Они слева заходят, да? Джан! Отлично. Не ловить котлеты почем зря. Без ульт. Охуенно. Легко. Забейте, сори. Назад.
Ядерку сдавать, шаман? На сдерживание. Не зайду пока что, ждите. Может успеем. Просто не ловите спам, не ловите спам, и все. Манцуются там какие-то. Есть гравий. Это нормально. Не-не-не, шаттер мека. Матрица закончилась. Так. Готовы, погнали, шаттер, мека. Далеко, блин, хорош. Что далеко это? Я тут профессионал, понимаете ли. Только. Анал. Сбрасывание ядерных боеголовок. Нормально, блядь. Ядерная бомбардировка. 107 хп, ребят. 107 хп. Я не могу двинуться. Мурлок, пакет. Ёбаный Дима, блядь. Ёбаный Дима. Точки. Спасибо. Все, спасибо. Блядь, при чём? Понимаю. Ребят, может за крысом там не сходить? Следующая комбинация... Крис очень лоу! Он прыгнул. Следующая комбинация гравитон. Когда они будут у ящика, у этого... Вперёд! Покажи их! Давай сейчас, блядь! Матрица кончилась! Нормально. Таргет. Я сплюс капхау, ребят. Живите, есть басы, просто живите. Пойди, поймал. Помали. Я пока... Немножечко пока дай. Аналоу. Хорошо. Таргеты. 60% нюхи. Справа будет. Да, нет. Хорошо. Забрали? Я без мехи. Она. Хайнун справа. Хорошо. Меня помог. Хайнун добился. Держи фокус. 20 хп. Дима. Помогите Микелю. Нет. Дива почти без мехи была. Дива без мехи. Висну. Готово. Контест. Продолжаем. Не дай треснуть Винстона, Ганкорд. Пытался, сори. Винстон лоу. Он очень лоу. Хорошо, таргеты, дальше. Ганк лови. Шампан, ой, макака внизу. Макака прыгнул на поинт. У них фара. Жгу фару. Мёрзь мертва. Добиваю фару. Я в ловушке, помогите. Фара лоу, фара вари лоу. Добил. Спасибо. Винстона забрать. Меха на... Ребят, саппорт. Фокус Диву. 77% до мехи. Дива без мехи. Господи. Бахи засранец просто. Он меня обнаглел в край. Тонька, откуда у них? Фокс у них присоединился. Это Бахи, его второй аккаунт. Ну, с высокой вероятностью, что он на нем сидит. Но это не точно. Я смотрю, как игра набежала. Надо было на гилдии с кремой резать. Как играем? Хуёво. Ну раз уж так. Да, хорошо, да, прекрасная идея. Еще хуёвее хочешь играть? Не, ребят, замечательно все, очень молодцы. Нет, я имею в виду, раз уж была команда играть хуёво, ну, блядь, я-то чё? Не-не, забавно, у них команда, это капитан одной из команд нашей, капитан сборной вышки, и за нами наблюдает команда ещё, капитан ещё из другой команды. Каев. Капитальная какая-то команда. Как? Играем. Играем дайвом. Давайте. Так, а дайв мне кого брать? Хотя, нет, Гадсов с Омброй. Гадсов с Омброй? Тут я плохо знаю заходы, скажу прямо, могу потупить. Ну ладно. Нет, Сомбра в качестве третьего суппорта. А-а-а. Давай на Диву. Нам твои обходы здесь нахуй не нужны. Спасибо. Олд пришел, Олд ушел. Крыс спамит слева. Так заходим справа тогда. Забейте, заходим справа. Вижу бастиона, но я до него сейчас не доберусь так быстро.
Все. Спиды на точку и встаем под ними. Угу. Давай, уже давай, стал 3, спиды, 2, когда спиды, заходили. Спиды. Нету, нет, нету спидов, блядь, забей, стал забей, уже. Забей, тихо. Заходим. У нас крыса сзади. Меня сломали. Не, Дива, он слишком близко к краю стоит. Так получится. Дива. Крыса. Очень лупов. Да, очень я видел. Лупостью. Я его не доберу так. Он видит меня. А как они? Я в ловушке. А как они туда забрались? С помощью Мэй. Мэй? Да. У них есть Мэй? А, да, я понял, сбегали назад. Ну... Ребят, бастион свалился вниз. Все, и они меня спалили. Жопа. Можно без такого? Чего как тебя падает? Поехали вперед. Спиды. Ребят, бастион на точке. Просто дай fire in the hole. Ребят, бастион на точке. Меня подорвало. Зря это было. Нам нужно что-то концептуально другое. Бастион просто стоит, ему кайфово. А, так. Мы просто в Гатсе умираем. Мы ем Гатсе, он нас гасит. Берем. Ариса, бастион. Давайте фул зеркало, полностью зеркало. Я умираю? У меня эмп есть. Да. Эмп Индрис есть. На диву. Индрис на диву, дарт на. На нигры. Нигера. Ладно, я иду так, умирать. Так. Индрис, умирай. Уже иду. Ой. Сдохни уже, блин. А я уже сдох, успокойся. Все, меня просто долго убивали. Блядь. Успокойся, ради бога. Давайте. Нормально. Ага, good MP, а толку-то? Все, потихо. Заходим слева. Ребят. Конкорд, ты опять за всеми отстаешь. Спокойно. Я здесь. Где бы что? На задней Право стороне. Шан. Я вижу. Почти убил Мерси. Я в капкане. Не успею. Блять, по щиту, ну ёбаный рот. Мы зачем бастиону потом? Я не успеваю. Ну, значит, убивай быстрее у них. О. Готов, бастион. Попробуй, вырезают. Не чувствую тела. Блин, не расстреляли. Они сверху стоят. Ребят, вы понимаете, что без сомбры это вообще никак не ковыряется? А оно и сомбры не ковыряется. Ты издеваешься, что ли? Вы меня заставили смениться как раз, когда МП был. Тихо. А я тебе возьму фару. Фара сосет, заебал. Пошли справа. Пошли. Два, но ты сосешь нам паре, заебал. Так больше, ближе к тебе. Нету матрицы, закончилось. Справа Дива! Я вижу. Бой бастиона, быстрее! Компит! Контент дайте. Диву забрать, Диву! Ариса просто на мели. Бастион лоу! Стоит на балконе, вы чё вы не убиваете-то? Конкорд, нет, не ты! Ой, бастион ты мёртв! Спокойно, я знаю, что я делаю! Лесу. Пошло. Таргеты, ёбаный рук. Все. Ведь я бы еще при первом заходе бастиона ёбнул, если меня просто в Мерсия в ульте не подлетела и не расстреляла. Пока. И никто меня не хилил. Абсолютно. Если тебя даже Мерсия ебучий убивает, то статичный бастион тебя с одним, блядь, ебучим спреем просто нахуй вынесет на другую карту, понимаешь, нет? Абсолютно не вынесет. Ничего не делает. Блять, давай вот просто возьмем, короче, в этот кремы 3 на 3. Бастион Ариса Мерся, ты на фаре с Мерсей и еще с кем-нибудь. Может, с двумя фарами. Абсолютно ничего бастион не делает.
Так просто щит расстреливаешь ему из-за угла, где он тебя не видит, откуда угол почти всегда можно найти. Серьезно? Ты не против золота игры? Нормальный бастион не будет сидеть на месте. Mm. Он как минимум не будет сидеть на месте. Так. Только чтобы он сидит на месте, у нас просто мы ничего ему не можем сделать. Он просто сидит и все. Ему даже двигаться не надо. Заставим его двигаться. Если сомбр не можем заставить двигаться, ну так заставим. Ага, не может. Так, господа. Играем. Слышь, вот, ребят, будут. Давай ребят, тапку тебе. Слушайте меня, пожалуйста. Ребят, хилим как можем. Да, я работаю, блин, я все пускаю на хил, на Мойре. Я даже не атакую, я не пускаю фиолетовые шарики, блин, что кое-кто не любит. Я все делаю, я хилю, а потом я все равно слышу, что хила не хватает. На что я могу скорее сказать? На то, что, извините, ребят, но... Ребят, что вы делаете? Нужно убивать быстрее. А можно сказать, что мне брать-то? Индрис, Сомбра, Мэри, Анна, Ганкорд, Зиньят, Дарт. Мне пора. Арбьорн, чем бы нет. Микель, давай на этого, на Зарю. Ставлю транслокатор на Мегу справа. Знаете где. Очень долго идем, господа. Да да хуя как долго. Долго. Больше припирались. У них сейчас есть встанем. Сомбры, ребят, и видовка. Сидеть, стрелять, убивать. Я хожу копать. На поинте. Уехал. Мэри, аккуратней. Сзади хомяк у нас есть. Его лоу! У нас сомбра на точке, ребят. Собра сзади меня! Она взломана, убиваем! Она умертва! Еще бы она не умертва была. Хомяк лоу. Хомяк мертв! Шаману, помогите. Сейчас видовку пойду забирать. Дива, 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 ладно. Не умрите. Не подставляйтесь под видов. На метке. Забрал почти Диву. Топать тут справа как будто бы. Да, это Сомбра. Готовлюсь убивать видовку. Стойте за стенкой. Видовка, видок! Что-то вперед пошел. Умник, блин. Ганкорд. Ладно. Тихо. Видовка в магазе. Где именно? Это справа или слева? Входим в точку. Магаз справа, вон. Фуками. Взломан. Хомяк взломан. Ну вот, мне гораздо лучше. Есть транс. Готов, эм. Тихо, хомяк. Я ебал все это, нате, короче. Нормально, хорошо, запускаем. Видовка справа. Хакнули, ебать. Офигенно хак. Дива без мехи. Видовка справа, вражеская. Бил. Два. Назад. Наш... Сказано, блядь, было. Назад, блин, мехи тоже назад. Чё? Стрейфлюсь. Я вообще Аню не спорил. Маша. Маша, не слышу. Охуела совсем эта мумия. Думаешь, что это так просто? Это имеется в виду, что они не то, что она ничего не колет, а то, что, блять, я просто физически не слышу. Ну нормально, у меня просто эмп набирал. Таргеты. Обходы. Видовка находит прямо по центру в окне. Видовка мейн стоит. Да, она уже давно стоит. Хорошо. Там. Открою секрет. Потис там. Это лучше, чем пиздёж Ганкор. Спасибо. Не за что. Жесть. Блин, нет, бля. Бро. Выпрыгивает. Они все вправо пошли. Видовка справа. Дива, понял, что это по вашему магазину. Если я выживу, то у меня есть игра. Хомяк заслипен. Поле сломать.
Я не сломал, извини. Сбежал. Кто сбежал? Я сбежал. Покет это так покет, а? Я не могу его убить. Ана вместе. Стоим слева, спрятаться. Стоим рядом с тройкой. Понял, я ставлю транслокатор. Нет, на вот, маленькой аптечке. Вот стоим рядом со мной, а турельку, турелька может перестать. Даю рядом. Инфу. Ребят, все справа. Право, 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 право. Даже видовка. Играем на ту. Ребята, мне нужна помощь. Справа. Два! Упад диском! Прям с подбанком. Ну, я блядь, держу, для чего как? Нахуй, ребят, ёбанись. Я не успеваю координироваться в трех плоскостях, блядь. Ну, это печально. Сейчас подхилю, сейчас. Сзади сомбра, пущенная. Поле сломать, поле сломано. Извини, поздно слишком. Эстем, готов фэм. Довка прямо слева. Идрис, выйди из инвиза и епи, пожалуйста. Спасибо. Меня убили сразу. Классно. Ай, блядь. Прячься за экран, да. Готово. Хороший Торбьерн. Мне нравится этот спаун. Это классно. Так. Видовочка, видовочка. Где же ты? Индрис. Да. Еще одно ЕМП. А, под него шаттер. И ты свапаешься на бастиона. Ладно. Под капкан. Ребят, видовка. Видовка справа. Видовка мейн. Нет мейн. Она справа, я она вижу. Справа. Нет, она мейн, блядь. Теперь заходит справа. Да, да, да. Да. Каев. Учитесь, ёпта. Опять меня вдруг вот. Контест. Быстро, блядь, Индрис. Да без базарина. Тачнуть. На. Въебали сильно. Дива лоу. Фокус Дива. Дива без мехи. Хомяк взломан сзади. Я живу. Хорошо. Хомяк сзади сломан. Ребята! И уже ребята, иду! Блядь, там ада! И тупый ёбаный рот! Чё, бабку не убили? Бабку! Вы чё, серьёзно? Что ты там? Ана и Виду! Ну ёбаный рот, ребята! Да ладно, Ану мы убили, успокойся нафиг. Видов по меду. Не могу, я прикрыли матрицу. Да ну нахуй. Хватит покичи тут мразь. Ну ёпперный театр. Есть темп. Блять, я подумал, что это. Право, походу. Или помоги. Монли сломана она была. Не успела. Нет, у меня прошел взлом. Право! Право, хомяк! Я готов, Сэм. Я стою на точке, остальные, блядь, прежнюю позицию заняли. Быстро, блядь. Я готов, шаман. Сомбра сзади. Дух чисто взял. Хомяк обосрался на пойнте. Шаман? Хомяк со снипер. Хорош. Дубислоу сзади, убить! Я тоже взломан, все, короче. Нормально. Все, давай быстрее на Индрис. А, блядь, понял, беру. Шаман. Что? Забыл, извини. Ты пересел всю эту хуйню? Да сиди, блядь. Да? Шаман команды, куда садимся? Никель, куда хочешь? Блядь, хуль ты сменяешь себе? Они его под дискордом, они идут справа. Зарядь собрал. Ты не защит. Не убили. Меня дают. Я покажу, как надо. Классно хукнул меху, Димик.
Давай уже закопаемся. А, 5 секунд осталось. Ёбаный стыд. Предложение? Надо было бастиону стать в другом месте. Блять, ну не за мной. У нас же них же есть сомбры. Я беру их, отвлекаю на себя. Они такие думают, а, бля, фрирайн. Они было... даже не видят вопрос. А, надо в было, этом знаете, плане я не догадался, извини. Что берем? Надо было бастиона поставить, чтобы вот от спавна, да? Слева, да? Куда не заходят. И справа они же не видят, что у них. Да-да-да-да-да-да. Вот я тоже об этом чуть позже подумал, но слишком поздно. А вот будьте, имейте в виду. Я говорю, я не очень опытный бастион все-таки. Стреляют я, допустим... Да нет, просто вот у нас осталось 30 секунд до конца точки. Давайте просто возьмем такую хуйню, чтобы, блядь, понадобилось больше, чем 30 секунд для того, чтобы ее разломать. Действительно. Я спрашиваю, что брать? Мне зайти в Дискорд, сказать Бахе, что он охуел в Прей. Так, брать... Нет, не Тарборна. Тарборна. Пока что. Я рожден Тором. Тихо-тихо-тихо. Бля, я думаю. Не торопите. Похуй, нет. Люсио. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Конкорд, Люсио, Микель, Зарю, Дарт. Дарт, давай Бригитту, трипл суппорт сыграем. Погнали. Заходим направо в полицейский участок. У них, ребят, слушайте инфу, Симметра. Заткнись, блядь. Я говорю. У них Симметра. Да ты, блядь, что? Вы слушали? Так, стоять, за углом стоять. Все поняли, что я сказал? Думфист. Да, слушай. Через полицейский. Да. Через, так, Конкорд, повтори. Идем справа через полицейский участок. Дальше. Я не услышал. Охуенно. Заходим справа, громкость, через полицейский да. участок на скамейку, заходим на ХГ, понятно? Да. Отлично. Дарт, повтори. Полицейский участок. Ребят, меня пиздит, хватит. Отлично, погнали. Три, два, один, направо, 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 быстрее. Хорошо, хорошо, хорошо. Дальше, дальше, скамейка, скамейка. Дальше, скамейка. Они сагрились на меня. Скамейка, скамейка, отлично. Арисо взломано. Нормально. Арисо, Дивало на точке. Ёбовы. Баптист лоу на поинте. Меня вытул. Ломайте поле. Взломан Думфист. Карту подвезу. Пошли. Мега взломано. Шаман, ну, мега взломано. Не пойдешь, да? Что? Мега взломано. Ну как знаешь. Да зачем? Я уже с суппортом дам на стак всю. Это логично, но никогда. А, ну впрочем, они сами не пришли на контест. Ладно. Мы о том же. Так, что бы нам такое? Эмп есть, кстати. Шаман. Так, дальше проходим. Следующее указание. Заходим справа, обходим на их респу, заходим. Обходим их респу по кругу и заходим уже с левой стороны. У них Тор? Ребят, у них Тор. Нам Мунлис есть. Сзади Дум! Сзади Дум! Похуй! Беды пошли! Нет, это лоу! Хорошо, нет, хорошо, Диву забрал. Торба почти забрал, там он супер лоу. Дум тоже лоу. Дум взломан. Убиваем. Нет, Диву забрать. Ребят, хил. Хилю. Поле сломайте! Сломали. Сломали. Самяк взломан. Фара! Фара, блин, че руки? Фара лоу! Фара очень лоу! Мертва. Дум мертв. Хорошо. Таргеты, таргеты, таргеты. Дальше, дальше. Справа смотрю. Нету. Изи. Ой, блядь. Лоу, кепчи бурехный. Как заходить на первую точку? Мне кажется, мы просто наконец-то собрались и не перестали творить хуйню. Припикните уже за сомбу, я устал. Сказать ему, что мы решили ебать адрес на сомбре.
Понимаешь, что я делаю? Если для него это наказание, то... Блять, можно Идрис будет страдать? Смотрю, противники тоже немножко страдают иногда. Насколько это этот Hive Mind? Так, мне оно, да, взять? Шаман! Чё, у нас next mapа? Чё? Да, это уже бессмысленно. Ребят, я на пару минут нужно срочно посетить клозет. Вот срочно. Никак больше не могу. Шаман, дай индульгенция. Ашман. Да, в таком случае надо вообще-то копить коричневый, что сделать. Стресс F. Переспект. Не, соседи стучатся. Особенно, когда на Анубисе играли. Я делаю вид, что у меня здесь нет. Но мне кажется, они палят меня по крикам. Слава богу, какую что я мапу выбираем? Какую мапу выбираем? Давайте горизонт. Не был горизонт. Не, в жопу горизонт. Давай. С детства за горизонт. Самый неприятный. А, Айхенвальд! Давайте Айхенвальд. Да, Айхенвальд мерзкий тоже. Давай. Чур на третьей точке в Айхенвальде я на джанк сяду в защите. Имба и не кончится. Твой провод. Опять. Индриса на зарю посадим. Все, шаман, я решил уже все. Я прибыл. Ох, блядь. Костильню. Надо все-таки это, что-то на мбане погонять. Что-то мы без самой мерзкой своей карты. Или типа уже натренировали за это время. Битард Уорлд. Блин. А, так вот как у нас Айхенвальд на самом деле называется на русском. Ну чё, опять что ли Самбру? Я наказан. Я не против. Накажите меня дальше. Да, давайте попробуем Батиста интегрировать вот в эту хуйню просто. Я кажется, мы можем попробовать. Интегрируем. Уверен? Просто поймите, в чем дело. Вот в текущем пике Баптист хуйня. Потому что единственные персонажи... Спасибо. Единственные хрени, которые он может свои матрицы усиливать, это Индрис на данный момент. Но он обычно тусуется у врагов в бэклайне. Зарю не может. Зарю не может, это лучевое оружие. Только Бола, да. Лучевое оружие не усиливает. Лучевое оружие не усиливает. Проверял этот... У меня ПКМ усиливаются, например. Не спорю. Ну типа, нормально сойдет. Ну ладно, мне кого брать? Он занимает ХГ, он напрягает фару, он выполняет две хорошие задачи. Все, хорошо. Кого мне брать? Кого мне брать? А, шаман. Мне на мойле остаться? Или взять да, Анну? Да, наверное, да. Либо... Анна? Анна? Давай Анну. Давай потренируем тебя. Давно ты не играл на Анну. Да, спасибо. Я играл сегодня, но мало. Ребят, буду ставить транслокатор на маленькой аптечке справа после перед воротами. В маленьком закутке. Чё там? Да ну нахуй. Видовка. Опять от... Я сейчас скажу. Я живу. Охуеть, меня Шини почти убил. Ребят. Мейн забрать. Батист ХГ половина. Они с меня спалили, ребят. Штанет, проходим. Есть бабл, есть бабл. Мейн слева. Налево, налево. Взломала рису неудачно. Похиляйте меня, дайте этот ресторий щит. Все нормально, сейвимся здесь. Я куда вас зайти? Сейвимся. Блять. Ану забрать. Согнал видовку. Согнал видовку. Меня уступили. Ёбаный рот, Люсю. Я знаю. Я просто услышу тебя. Умирать всем, регрупп. Я не могу умереть. Я слишком крут для этого. Шучу. Я сказал, сейвимся здесь. Ты не был с командой заходить на поинт. Сори.
признаю. Ты, блядь, суши с нас, пожалуйста, не выбирай. Хорошо, я понял. Сори, все. Я понял. Щита нет. Все. Отходим, отходим. Бонго. Я сломал. Ждем, пока кончится. Это на память. Рада встречи. Смотрю. Нет, еще не кончилось. Всю систему. Вроде кончилось. Погнали. Терпи. Не шевелитесь, другое дело. А соответственно, ребят. Меня видовка зарезала. Нормально. Умираем. Умираем. Они сдали 3 ульты. Кстати, помощь приветствуется. Да ну нахуй, опять. Хорошо, у нас у меня почти есть шатр, я его сейчас настакаю и юзаем CMP. Все. Стакай. Юзаем. Батист, они меня не могут шатр найти. Я рейдер. Хорошо. Справа, помогите мне. Опять эту хуйню, извини. Я не ожидал, что. Заходите, ставь таргеты, кольца. Меня расстреляли. Баптист сверху. Колю таргет, валим все. Нет смысла. Окей, хорошо. Репикаемся. На что? Кого? Индрис на диву. Сомбра уже не работает здесь против такого говна. Так. Все остальное прежнее. А, Ганкорд на Дзена. Микель стоит. Лучше тогда место. Получишь поебальнику. За похуй. Нас. Ты кидаешь дискорд, мы прыгаем на дискорд же новый. Баптист! Ты плохо. Мэм. Поле убить, поле мертво. Уничтожил. Не могу провозить. Все еще на Баптисте. Поле все еще на Баптисте. Дива! Есть граф, что у нас? Дива! Заходим. Меня сломали. Гонга сломать. Гонка сломать, Арис не сломать! Арис меня убил! Гонка перед вами был, почему вы его прошли мимо, блядь? Это перезарядка была, я. Бонга. Ну Бонга не проходил, я мимо, пиздил я его, он перезарядка пошла. Диво, блядь, ну мимо него прошел, пиздец. Просто насквозь пролетел. Такой, похуй, блядь, у меня урон будет 50. Твоя правда. Так что вылез-то? Быстрее вылез, я шел за шаманом. Мэри назад! Вот Мэри видовка! Куда ты пошел? А меня усыпили. Нормально. Времени нет. Speed. Это... Да, Дарт нам контент сделает. Время. Бабка! Идите, помогайте Дарту! На, контент! Бабка под дискордом! Да, двигатели закончились! Не потянули. Ну похер на бабку, блядь, было, блядь. Очень пассивно играете, ребят, очень не самостоятельно. Да, ребят, вы... я не знаю, я вижу это, что это за хуйня, ребят? Типа, вас ебут два саппорта. Вот, серьезно, они без остальных, без всего. Но видовка, вообще-то говоря, тоже очень сильно помогает. Мне было сказано, Коли, техника, он дискорд, что я, собственно, и делал. Но, бил! Это прекрасно, это замечательно. Кто бил? Это сарказм сейчас охуенный был, да? Нет, да. Типа, это реально, это лучше, чем просто ты говоришь какую-то хуйню. Ну, дальше. Я знаю, я наработаю над этим. Нет, дальше. Что ты хотел сказать? Это все. Отлично. В общем, хуйня была в том, что у нас мы с Индрисом давно не играли с Дивой. Скорее всего. Наверное. Потому что просто единственный раз, когда он был вместе со мной, это когда мы залезли один раз на мост, блять, по кисту. И все, и согнали его оттуда. Дальше мы сосали писюн. Дальше я получил надо, мы залетели на видовку. Там туда был сдан граф в одну мэй. При этом Бонга, стоящий в поле, без щита, без нихуя, блять. Оно не, просто было проигнорировано. Остальная часть команды прошла на точку слева. В граве там трое висели. У них Рейн есть. Рейн, Заря. Стоп, у них Гацы? Нет, у них Думфист, ребят, Думфист. Окей. Чё мы берем? Микель, давай Зарю, потому что ты уже как бы давно должен быть на точке. Окей. Батист. Так как положено. Оооо, Заньят там. У них Гацы, Заньят. Отойди.
читать. А я что отошел? Я просто задержал, чтобы Микель почти успел. Я здесь. Мэй, будем реализовывать. Ладно, похуй, справа заходит. Они справа заходят. Баптист под дискордом! А еще взломан. Да въебите его Баптиста, вы че, ребят? Стенку зачем убрал? Диву фокус! Диву рейнбол, фокус! Рейнбол. Фокус Дива! Дива, да. Да, я ее заслужил. Дива без. Дива почти без мехи. Зена. Дива без мехи. Диву, помочь Диве. Бэби Диву забрать. Забрал Бэби Диву. Заря минус. Стенку раньше времени убирай, да. Поставил, пусть стоит. Есть ну, тем. Шуштоваться, шаман. А. Хотел убрать. Я шифтанулся, в нее врезался и все. Какой смысл ее терять? Ребят, справа заходят. Люся, пол хп, отойдем. Ух ты ж, блять, меня нашли. Ребята, извините. Чисто случайно. На спидах Луси. Луся проходит справа. Луся проходит, хорошо. Встречаем Люсю. Они вас отманивают! Сейчас они уже собрались, и они ждут. Где Лусио? Он назад вернулся. Я все, готов. Вернулся. Шаман. Меня нету. Сейчас, погоди. Готов, давай. Зарю. Шаман назад. Нормально, не мертвый. Господа, вы куда, блядь? Я? Зарю. Никуда. Отходим. У нас все схвачено. Есть граф. Играем на воротах с Мэй. Ребят, справа заходит Заря, на сникик бараж. Граф будет давать. Слева Заря! Лусио взломан. Читание. Его без мехи. Охуеть. Меня убил Зен, извините. Мэри, осторожнее. Стой за стеной специально. Мурло, куда я один дрочек? Чита нет. Нормально. Ребята слева сидит. Он сильный, осторожней, Конкорд. Не надо с ним сейчас воевать. 76% темпа. Да, так. Играем на точке. Рай на пойнте. Блять. Заря взломана, у нее есть граф, ребят, у Зари. Убейте Зарю быстрее! К сожалению, я сейчас умру. Заря лоу. Рейн лоу. У Дивы есть меха! У Дивы есть меха! Ребята, помогите Мэри! Тихо! Отвлекайте. Лусио все сделал. Лол. У нас танки на точке откисли. Хилы. У нас граф против поймали. Тяжело сосредоточиться. Зависело от этого хуйни, блин. Нормально. Сейчас подождите, я сейчас соображусь немножко. Бля, конечно, не. Они додавливают, ребят. Спасите Мэри. Бальти взломан. Меня спасать, блин. Рейн лоу. В агрессию играем, агрессию. Рейн без щита. Райна фокус! Заря взломана. Сломайте поле! Сейчас я стараюсь. Райна фокус! Райн фокус мертв. Зарю фокус. Зачем? Без Зарю, бесполезный граф. Пожалуйста, больше ультиметов не надо, ребят. Хорош. Все, я думал, что я умру и предсмертный сдавал. Лучше без головы. Нет, все, он отхилен. В выигранном файте, даже если ты умираешь, не надо сдавать. Да, согласен. Я не был уверен, что он выигран. Мой транслокатор уничтожили, ребят. Кто-то сзади. Сзади! Я за шаттерем. Хороший блок. Поле взломано. Не пизда. Блять, хотел спасти. Раньше надо. Отходите. Стеночку ставим и отходим. Хорошо. Раньше надо было потасть. Я готов, в принципе. Отходим. Шаман, что у нас там по комбам? Хуйня, да. Есть темп. У нас есть EMP и Мейка. Это круто. Уж лучше до грау подождите, а Мейку так сдадите.
Вы так, расплетитесь, хорошо. Господа. Заходите слева, они ждут нас справа. Заходите зашли. Слева, мы с Мейер. Я... Батиста, над воротами. Эмп готов. Хороший. Лусю, нам не помоги. Лусю слева, хелп. Батиста, на хве все еще. Блядь. Они самоубились. Нормально. Много сдали, да. Шаман, виртуальная печенье. Шикарно вообще. Так забайтили на изи. Мы справа выходили только я и Мэри. Остальные пошли слева и убили их всех нахуй. Да, вот только я не успел. Я пошел слева, успел... меня Батист отпиздил на хэк стоит. Ребят! Я не успел его захитить. Ребят! Замок. Да. Замок. Мега да, внутри взломано, если что. Замок дефать изи вообще. Не меня убейте, пожалуйста. Меня уничтожили транслокатор. На ХГ лезут. Да, они на ХГ, ребят. Хрейн на ХГ. Да нет, на земле. Рейн слева. У Рейна что? Я... Они нас сплитят. Тем, они нас уничтожьте. Зиньята без головы, Зиньята лоу. Рейн был взломан. Урзари, Урзари. Лусио взломан. Есть граф. Фокус заря. Взломано. Фокус заря. Все. Нормально. Очень хорошо, ребят. 34% меткости. Боже мой, что с ними происходит? Они почему-то еще фару игнорируют. Фару? Тоже Шини мог бы сесть и выебать наши гадцы. Шини вообще чего угодно мог бы. Тихо. ГГС? БГ. А, нас хотят взять интервью, погнали. Зачем? Интервью. Скоро. Ну так, по файлу. На стриме же, мы же на стриме у Сатурона, ребят. Начинай еще стрим. Там 10 человек, по-моему, сидело. А, типа, что, опять только ты и какой-нибудь ДПС или что? Сейчас я зайду в 10. Давайте всей толпой, чё вы? А куда именно залетать-то надо? Нигде нету. Сейчас я вам все... Смотаун. Это в Угоге, что ли, или где? Нигде. А, шаман сейчас ссылку отправит, да? Угу. Ну, чё-то мы хреново играем, на мой взгляд. Игре лучше. Я скажу так. Я так нубил, что я не могу передать. Мне будет стыдно смотреть эту запись. Просто стыдно. Я... Эх, ладно, все, это бессмысленно. Хорошо, что я не записывал. Мне бы тоже было стыдно. Что? Ну, на заре более-менее получалось. На остальных героях сосал неимоверно. Шам, где ссылки? Можно даже в Сибирь. Нет. Нет, я потом поеду в Сибирь. Да, он прислал, ребят, все, идем. Ну, а теперь еще ВК на компе открывать. Что такое? Хотелось бы просто сейчас провести разбор, что, как, где. Мы проебались. Очевидно, что мы проебались. Спасибо, капитан. Это 7-й канал, да? Вопрос просто в том, что делать будем. Что не так? Как исправить? Ну ты не пришел. Знаешь, я не успел к 9. Ну, блядь, все. Пизда, блядь. Ты мог гибнуть себя. Ты что, ставишь себя превыше меня? Я не понял. Перекиньте в чуваков Мэри Бейс и Оверлорд. Они все вроде тут. А этот открытый канал. Здрасте. Чё народ так... Боже мой.
боже. Скримы будут? А миксы инкамен когда? Миксы. А когда миксы? Это тот калибрик, я думаю. Да, это тот самый. И Дарта тоже. Какими? А почему они заходят в пятый канал, если они могут зайти в седьмой? Я промахнулся. На пятый. Ты еще играешь в рост. Как дела, ребят? Нормально? Было весело? Плохо. Меня наказали, мне не весело. Заставили играть на сомбре. Вообще. Че, брабуль? Что происходит? А кто выиграл? Нет, не давай. Я на Мерси играл вообще. Хорош. Каждый раз, когда увидите Брабульку, говорите нет. Просто нет, а то в Гинглас Академию попадете. А, нет. Ты играешь... Какой-то базар. Много народу, сложно. Ничего не понятно. Яры-яры дозе. Яры-яры. ТЗ. Блин, может, найдешь? Сэр, сейчас сохраню момент. Под одеялком понежится. Давай. Дискорд, ну куда? Нам под одеялком вообще нормально. Финдер. Под одеялком круто. Меня посадили на Мерсю. Почему? Это чтобы уравновеситься. Очень весело. Особенно, когда ты мне с сыпами попадал, это было больно. Я продолжу кататься со своими чувачками, с вами весело. Сатурон. Чего? Если трон очень-очень молодец, в общем, класс. Собрал стак за один вечер, блядь. Да. Специально для тебя. Ой, спасибо, Кирилл. Так мило. Спасибо. Вы все умнички, мне понравилось против вас играть, очень было приятно. О, ты. Приятно, Бастион 4 карты подряд, так приятно. Класс. Мунли мое отдельное сердечко. А, ее тут нету, ну и пусть сидит там. Она случайно зашла на стрим и написала потом Шине, типа, добавьте меня. Случайно вот, зашла на стрим, я пишу и типа, иди на стрим. А потом на этом стриме оказались просто все капитаны. Случайно зашла на стрим. Случайно зашла на стрим. А потом капитаны других команд палят наши гоцов сомброй. Ну да, они чекнут у меня на канале и накрутят мне просмотров. Блять, я сейчас пойду за борщ. Оу, ес. Это я понимаю план. Секретные страты шамана, да? А мы на самом деле... Вы на самом деле даже третий не увидели. Ну ладно. Третий? Это потому что много гадцов было. Блять, год с Баптистом такая хуйня, чуваки. Да. Просто пиздец, он хуёвый. Я, вот мне нравится Ариса с Баптистом. Я вот это я понимаю, это по мне. Это мужской пик. Я за чаем. Самое страшное, типа самое стрёмное, то что у баптистов гадсах реализовать могут только, блин, я не знаю, Ешка Рейнхарда? Блять, ПКМ Зари. ПКМ Зари, да. Оу, ес! Я макелон запущенный. Типа не Мойра. Не Мойра. А, кстати, гравитон бустится или нет? По идее должен. 50 урона там, а не 25 становится. Ну так дохуищ! Да, вообще прям, сам то, да. Ладно, все, спасибо. Всем спасибо, давай, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чего? Пишите комменты, продвигайте видео в топ. Точно. Блять, точно. Про колокольчик не забудьте. Пока. Самое главное, пока. Пока-пока. Блять, Индрис плачет в сторонке. Что? Почему? Потому что тебя заставили играть на сомбре. Кто тебя так наказал и за что? Нет, я тогда, знаешь, я так смотрю, и похоже, во мне такие нотки мазохизма проявляются, и не вейм, короче, становлюсь. Ой, блядь, это плохо. Это очень плохо вообще. Так можно и умереть. Так ты ему это не говори, и стрим этот не показывай, что я это сказал. Конечно. Я сейчас стрим уже вырублен, я вырубил как только. Сладко. Чё? Самый интересный обрезал. Да. Не. Стим. Оу, ес. Блять. Кто там, кстати, этот Олд был в обсерверах? Ой, это страшный токсик. Это кэп, не трогайте его, пожалуйста. Это нет, он вообще не кэп. Нет, меня Даня зовут. Понял. Оу, ес! Хорошо. Спасибо. Олда здесь нет, но не трогай Олда, ради Иисуса, пожалуйста. Подожди. Мне очень страшно, когда его трогают, он, блять, пиздец. А длинной палкой можно? Не трогай, блядь, сервер сломается, нахуй. Кто лучше с этого сервера? Ладненько. Ксерокан. Пойду сбегаю к Мунли, спрошу, что они там. А, это закрытый канал, да? Нет, это не закрытый канал, в смысле, зайдите, кликай просто и все. А, окей. О, привет. Здорово. А что вы одни там сидели? Нас на тим, отстань. Да. Понятно. Хорошо. Давай, пока. Пока. Кликайте, click and to join, please. А, сорян, тебе шаман как бы сердечко показывал, но ты это не услышал, и он тебя послал нахуй.
примерно как-то так. Господа, можно вот такой офтопный вопрос? Что происходит? Десантура! Господа, можно офтопный вопрос? Вот такой вот очень-очень нестандартный, на него будет очень сложно ответить. Но я не могу его не сдать. А нахуя мы сюда собрались? Я не знаю. Рост скучился по компании. Чили, проебываешь свое время, это раз, а два, ты не спишь. А, спасибо, все. Я получил дополнительный ответ. Мама, мама, не бей, не бей меня, мама. Блять, мне соседи в стену долбят. Я тебе не мама сына. А мама, кто ты, папа? Самое время подгрубить саундпад, давай, ты успеешь. Да, 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 да. О, кстати говоря. Быстренько, быстренько, быстренько. Это йоу. Или как там это делается? Блять, включается музыкальный бот и все глохнули. Опа. Ёбана в рот. Ладненько, я пошёл. У меня очень много очень хуёвых звуков. Остановись, пока не поздно. Мы ему говорим регулярно, это и он... Вот так шутболит в команде МГУ. Да-да-да. Пожалуйста, Конкорд, стой. Перестаньте. Мы же хорошо играли, не надо. Всё, один человек начал жаловаться, я выключаю, всё. Спасибо, ну все жалуются. Ладно. Нет, ну больше всех Индрис. О, контейнер. Конечно, больше всех Индрис. Я ничего не понимаю, но я рад. Да, очень конструктивно. Это сейчас был саундпад или конструктивная критика? Это был Конкорд. Понятно. А тут весело. Он не умирает. Ну что, в понедельник-то сыграем? Ну да, наверное. Товарищи, суппорты. Подходи по одному. Тихо, я не слышу. Кто говорит? В понедельник сыграем, вроде у нас тут все это разрулилось. Что? Оверлорд это... Это... Миггипол. Да. Всё это пол. Индрис. Так, понятно. Ага, меня шаман Индрис, назначил. Блин. Индрис это Индрис. Он, ну Индрис он... это я знаю. Одни наёбщики, везде наёбщики вокруг. Прячься, спасай, что можешь. Я же вроде добавил это, никто на это... Ну, во-первых, не совсем наёбщики, а очень даже тупые люди. Микель, пожалуйста, это у кого там долбит? Сейчас по... Мне это устал платинума. Проблема. Просто поставьте его потише чуть-чуть и все. Процентов на 30. Ладно. У меня хороший вот. Микро, у меня такая хуйня не попадает в это. Вообще. А у меня все вообще попадает. Ладно. Давайте пока. Хорошо, что у тебя соседы пока, не были. Пока-пока.